Phantom Assassin, Mordred. I am the Iron Hand of Justice. Мордред, рожденная в стенах Тайного Ордена Надзирателей, принесла свою присягу Скорж ради мести. Она идеальный пример сочетания силы и скорости. За годы, проведенные в лесах, она научилась сливаться с местностью, становясь похожей на тень и нанося удар тогда, когда враг меньше всего этого ждет. Все это сделало ее ценным воином Скорж и принесло имя Phantom Assassin. Да, вы, наверное, скажете, вообще, это какой-то бред ты хина здесь несешь? Что? Какая месть? Какое? Вообще она во имя правосудия дерется, потому что это тюремщица, которая Террорблейда постоянно ловила, да, по лору Варкрафта. Но в доте написано то, что я смонтировал ранее, поэтому ко мне, надеюсь, вопросов не будет. Вот пруф, пожалуйста, читайте. Извините, что было, то и намонтировал. Всем приятного просмотра. Хорошо. Ух ты. Хорошо. Погнало дело. Сатан, регенимся. Даешь рампагу. Даешь рампагу. Есть. Хорошо. Но это уже точно на вставочку, ребята. Ну никак иначе. Можно будет ее убивать сейчас спокойно. Третий, четвертый левел. Посмотри, как она ласхитит. Она пытается меня переласхитить тупо в Налину. У нее получается. Как дисперсия, да, работает? Серьезно? Боже, что это за кринж? Почему я ей проигрываю мид? Уходить надо, дядь. Ладно, попробуем вот эту зарезать. Хорошо. Ой-ой-ой. Какой рипел на Абадона? Что это? Почему? Что? Чё? Слил мид на 1 КПТС? Зачем я тебе фарм дал? Ты же рак на Мартретке. Не прыгаешь никуда. Вообще же есть. Да не надо тут. Не надо, не надо. Мы уже потеряли одного персонажа. Уйди, 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 Б, уже потеряли одного. Сларк сейчас будет душить просто. Вот как-то вот под дефа вот так вот можно. Гирыч на топе. Как-то вот аккуратно вот, да, вот чтобы вот прям вот четенько. Вот так вот как-то, да, вот то есть, ну вот толпой. Вот так можно забрать, а когда нас, мы вдвоем, втроем, нету никого, нету никакой засады. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанос, и сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы подойдем к разбору этого гайда, конечно же, хотелось бы поблагодарить вот этих вот спонсоров, которые подписаны по спонсорской подписке. Друзья, не забывайте проверять, если вы подписаны по спонсорской подписке, у вас не стоит уведомления. Новый видос. Новые видосы для спонсоров выходят немного раньше. От души вам за то, что подписаны по-спонсорски. Ну и, конечно же, всем остальным ребятам спасибо, кто смотрит, кто ставит лайк, кто поддерживает всю эту тему, ребятки. Не забывайте заходить на стримы 19 по МСК каждый вечер. Очень рад всех видеть. Обязательно поставьте лайк за этот гайд. И, конечно же, на каждый стрим также я благодарен, если ставите лайки, друзья. Спасибо всем, кто поддерживает. Реально от души вы помогаете продвигать мой YouTube канал и в целом поддерживать меня как творческую личность. Спасибо, ребят, рили от души. Ну что ж, сегодня у нас необычный герой. Но как необычный, слово я вот это скажу, как обычно. Мартретка у нас сегодня. Вот такая вот у нас красивая девушка. Сегодня мы вам покажем очень интересные игры, ну и, конечно же, узнаем, как работают способности Phantom Assassin. Поехали! Как работает Stifling Dagger, как работает Phantom Strike, как работает Blur и как работает Cope the Grace. Сегодня замутим жесткие криты, расскажем интересную теорию, ну и, конечно же, покажем приятную практику. Не скипайте теорию, досмотрите до конца, обязательно поставьте лайк и поехали! Итак, ребята, первая способность на нашем персонаже это Stifling Dagger. Данная способность позволяет дополнить нашу мартретку тем, что она может замедлить и, конечно же, может нанести определенное количество урона с первой способности. При этом первая способность реально очень хорошо замедлит и имеет огромную дистанцию применения. Это таргетная способность, которая замедлит и нанесет урон. Надеюсь, вы поняли. Теперь,
Как применять эту способность? Сейчас мы разберемся. Хоткей НСД прокачали мы эту способность. Дальность применения этой способности 1200 единиц. Обратите внимание на это расстояние. Оно просто огромное, оно просто нереально большое это расстояние. То есть можно кинуть даггер, он будет настигать. Естественно, этот даггер можно заэвейдить с помощью блинк даггера спокойненько. Ну и, конечно же, не напрягаться. Плюс за медло можно легко развеять. Это все и так понятно. Тут у нас есть две составляющие этой способности. Первая, это, конечно же, дэмэдж по крипам, дэмэдж по героям. Ну и третья составляющая, ладно, окей, будет за медло. Это вы, надеюсь, понимаете. По героям будет один урон с даггера, по крипам будет другой. Данной способностью очень хорошо вначале ластхитить крипчика. В случае, если вы не подходите, конечно же, крипам, можно спокойно с помощью этого даггера подластхичивать. Как у нас будет распределяться весь этот дэмэдж, посмотрим по табличке. Выехала табличка, и давайте разберем. Дальность применения 1200, урон по крипам 60, 100, 140 и 180 единиц урона. При этом обратите внимание, какой урон. Здесь у нас чистый урон. Запомните, чистый урон на первом спелле в мартретке. Вторая графа. Урон по героям 30, 50, 70 и 90. 90 чистого дэмэджа вы с даггера будете наносить оппоненту, герою именно, в которого кинете этот даггер. Следующий момент. Замедление скорости передвижения 50%. На 50% данный даггер замедлит оппонента в случае, если в него попадает этот даггер. Это очень-очень хорошо. И теперь самое интересное. Длительность. 1, 2, 3 и 4 секунды. На 4 секунды вы замедлите оппонента на 50%, при этом нанесете ему чистый урон. Вот так вот. Следующий момент. Монокосты 30, 25, 20 и 15. С каждым левелом наш монокост уменьшается. И это годно. И перезарядка 6 секунд. В течение вот этих 6 секунд 4 секунды будет замедло. Это круто. То есть получается косвенное КД 2 секунды. Очень сильная способность. Реально дополняет нашего персонажа. А теперь самое интересное. Первая способность может унаследовать каждый наш модификатор атаки, какой бы он ни был. Может быть, это молния. Может быть, это наш ультимейт с прокачанным критом. Да, такое тоже может быть. При этом урон будет наноситься чистым дэмэджем. Может быть, это дезолятор. Это может быть и скади также. Но это не может быть Battlefury. К сожалению, это не может быть Battlefury. Но и также может быть еще и башер. То есть с первого спелла может еще и вылететь баш. При этом может вылететь еще и комбинированно образно баш, крит и молния. Да, такое тоже может быть, ребятки. Вот как вы видите, да, такое есть. Как легко у нас задиспелить эту способность? Эта способность у нас банально диспелится диффузом. То есть, ну, если образно вы накидываете в оппонента, он оп, замедлился. И, конечно же, это замедление можно спокойно снять диффьюзелом, мантой или юлом. Также можно это все и закатить юлом, пока летит этот дагерочек. В линку эта способность у нас, естественно, не работает. Просто сбивает линку. Но это прикольно, кстати, можно легко сбивать эту способность, вернее, этой способностью линку, также не будет работать в БКБшных юнитов. Да, к сожалению, на БКБшных юнитов не работает. Давайте посмотрим на эту тему. Оп, вот так вот накидываем. И БКБшка спокойно закайтила этот даггер и дэмэдж не нанесся. Это у нас не уникальный модификатор атаки. Это просто обычная способность. То есть есть вот такое сочетание, как я уже сказал ранее. Также данная способность очень-очень сильно возбуждает таких героев, как Акс, как Ризрак, как Кентавр. Потому что у них есть вот эти пассивки, которые могут срабатывать от нашего первого спелла, ребятки. Не забывайте, не забывайте эту тему. В принципе, все. По этой способности все рассказал. Надеюсь, всем более чем понятно. Погнали на некстовую. Следующая способность на нашем персонаже — это Phantom Strike. Данная способность позволяет мартретке передвигаться по драке более лучше и делать ее немного мобильнее. Это блинк. Но блинк не просто направленный на какую-то область, а направленный на какого-либо персонажа. Пусть то будет вражеский герой, союзный герой или какой-нибудь вражеский крип, союзный крип, тот же лесной крип какой-то, Рошан или крип, которого вы приручили. Неважно. Данная способность позволяет просто хорошо передвигаться, но и дает некоторые бонусы. А какие бонусы? Сейчас я вам расскажу. Хоткей у нас Б, прокачаем эту способность, и дальность применения этой способности у нас 1000 единиц. То есть на расстоянии 1000 вы можете вот так вот прыгнуть. Давайте образно прыгнем на зомбика, и смотрите, как я быстро ударил его. 4 тычки у меня заряжены в течение 4 секунд, если я их не использую, то заряд падает.
4000 очень быстро выкидывает Мартретка со скоростью 130 скорости атаки, дополнительной. В течение 4 секунд она быстренько откидывает во врага. И все. Это самый прикольный бонус, который у нас тут есть. Не считая того, что можно, конечно же, блинковаться по драке, как ты хочешь. Но это уже другой момент. Это другой момент. Самая главная тема, это, конечно, что вы можете блинкануться. Ну и немножко подраздамажить оппонента в течение 4 секунд. Максимальное количество тычек 4. Надеюсь, вы это поняли. При этом у нас тут все прикреплено определенным КД и определенным монокостом, который вы сейчас уже узнаете по этой табличке. Дальность применения 1000, дополнительная скорость атаки 130, максимальное количество атак 4, как я уже сказал, и длительность эффекта 4 секунды. Этот эффект будет даваться вам только тогда, когда вы прыгнете на вражеского какого-то персонажа. Пусть то будет герой, пусть то будет крип. Только тогда вы получите бонус. Если вы думаете, что вы прыгнете вот здесь рядом с тавром на своего крипа или на вражеского крипа, да, то, конечно же, у вас не будет этой скорости атаки. Эта скорость атаки привязана всегда к той цели, которую вы атакуете. Всегда. Абсолютно всегда. Не нужно думать так, что вы прыгнули, и вам дается бонус, и вы можете бить быстро. Нет, это так не работает. Следующий момент. Монокост. Монокост всегда 50 единиц маны. Что на первой способности кайфовый монокост, что на второй вообще годно. И, конечно же, перезарядки такие. 14, 11, 8 и 5 секунд. Каждые 5 секунд вы сможете заряжать своего персонажа на хорошую скорость атаки и на отличную мобильность. Это годно. Теперь... Что у нас и как у нас может законтрить эту способность? Естественно, в БКБшного юнита вы не сможете нажать этот блинк, также союзник, если будет иметь итем 230, конечно же, то также вы не сможете на него блинкануться. Это небольшой минус этой способности. Следующая тема, которая у нас тут есть, это тема сбивает Линку, при этом дает все бонусы. Обратите внимание, что сейчас будет с Террорблейдом. Линка сбилась и все бонусы даются. Все, абсолютно все. Это реально очень годная тема. Это как Болт Хауса, это как трек Баунти Хантера. То есть пофигу мне на Линку. Хотя на сайте написано, что не пофигу. Но слушайте Азеса и смотрите Азеса, будете знать немного больше. Вот так прыгаете, Линка сразу же сбивается, и вы кайфуете. И потом можно еще даггером взять и подзамедлить всю эту тему. Ну и, конечно же, написано, что эту приколюху можно как-то развеять. Мне вот даже интересно, итем диф. Как эту тему развеять? Можно ли ее вообще развеять, эту скорость атаки? Ее никак не развеять, хотя написано тоже, что можно развеять. Поэтому, ребятки, вот такие вот небольшие тесты специально для вас. В принципе, более тут нечего по этой способности знать. Просто прыгаете и в течение 4 секунд, желательно не меняя таргет, бьете оппонента очень быстро с бонусом скорости и все. Ну и передвигайтесь по драке как хотите. Погнали на следующую способность. Ну что, ребята, одна из основных способностей нашего персонажа это, конечно же, блюр. Данная способность позволяет скрыть нашего персонажа в тени, что дарует ему, конечно же, промах. В случае, если его будут атаковать. Это очень сильная способность Доты-1. Это, конечно же, Евасион. Данная способность в зависимости от уровня прокачки у нас будет давать определенное количество промаха в случае, если Мартретку будут атаковать. При этом данная способность работает еще и как детектор. Какой детектор, спросите вы? И о чем идет речь? Сейчас я вам расскажу. Прокачиваем данную способность, хоть кей у нас R. И обратите внимание, сейчас у нас ничего не происходит. Но когда нас будут атаковать, это самая главная тема, что мы должны это понимать, то оппонент будет промахиваться. Самая главная приколюха, что оппонент промахивается по нам. Ну, не так часто, да, первый левел, конечно же, блюра не так сильно работает, как он может работать на ласт левеле, когда ты по 11 раз по ней промахиваешься. Да что это такое? Плюс этот промах у нас еще будет складываться с бабочками, но по убыванию доты. То есть нельзя подумать, что там бабочка дает 30, тут у нас 50 на ласте, это уже 80, там еще что-то докупил и будет 100. Это работает примерно не так. Будет примерно с бабочкой, там процентов 65 промаха, это плюс-минус. Но не суть. Данную способность мы прокачали, и о каком детекторе я говорил. Давайте отойдем от врагов и посмотрим, что у нас произойдет. Когда мы отходим на определенное расстояние, наш персонаж сливается с окружающей местностью. Ну как местностью, он просто становится прозрачным. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш персонаж чувствует... что рядом кто-то есть. И сигнализирует вам об этом. Смотрите, вот так вот
в радиусе, когда мы находимся в радиусе 1600 единиц от врагов, наш персонаж начинает светиться. А когда из радиуса 1600 кто-то выходит, из врагов, опять-таки, это враги, только вражеские герои, не товара и ничего другое, мы становимся вот такими вот прозрачными, когда рядом никого нет из врагов. Эта тема позволяет проворачивать очень интересные вещи. Например, такие, как вот я вам сейчас покажу. Идете вы на руну, такие, опа, засветился персонаж, отойдем. Да вроде никого нету, вы заходите на руну и, ну, наверное, тут кто-то есть. Опа, тут крыса инвизная. И, соответственно, наша пассивка пропалила эту инвизную крысу. Понимаете, о чем я, да? Но это не один из такой, знаете, не один такой самый... положительный бонус, да, который у нас еще есть. Мартретка также еще скрывается по карте, благодаря своей пассивке. Обратите внимание, вот тут вот у нас есть вражеская мартретка, я ее на карте не вижу. При том, что Рикимару под центрем я вижу, а мартретку я не вижу. Почему я ее не вижу? Я ее не вижу, потому что у нее сейчас работает блюр. Как только я подойду поближе, в радиус 1600 единиц, то, соответственно, я ее буду видеть. Обратите внимание на карту, смотрите. Я подошел, она появилась. Я отошел, она исчезла. То есть по карте мартретку видно не будет, пока кто-то рядом из оппонентов не появится. Вот такая вот классная вещь. Обратите внимание еще раз. Оп, видите, да, появляется и исчезает. Это крутая тема. Ну и давайте подведем итог, что мы сейчас узнали. Первое, это, конечно же, промах. Второе, это у нас исчезновение, когда рядом никого нету. И третье, это невозможность увидеть мартретку по карте, пока вы не подойдете к ней в радиус 1600. Вот такие вот приколюхи. Ну и касаемо таблички, табличечка у нас выезжает, как же мы без нее? Радиус 1600 это радиус обнаружения и Евасион. 20, 30, 40 и 50%. Промаха по мартретке. Реально очень много. 50% промаха это в среднем, я вам говорю. В играх бывали такие моменты, когда по мартретке промахивались по 10, по 11 раз. И так как, ребятки, это у нас пассивка, соответственно, пассивки у нас отключаются чем? Правильно, Сильви Рейджем. Развеять эту пассивку никак нельзя, каким-то образом диффузом. Диффузом никак вы не снимете. А вот Сильви Рейджем, если вы ударите мартретку, то пожалуйста. На некоторое время пассивочка уйдет, и вы будете по мартретке попадать. Так что вот такая вот у нас, ребятки, тема. Вот такая вот у нас, ребятки, тема. В принципе, по данной способности все. Не забывайте, что это у нас Евасион. Это у нас сливание с местностью. Плюс детекшн в случае, если кто-то есть в радиусе 1600. И невозможность увидеть вас, если в радиусе кто-то, конечно же, пока вот не появится, да? В радиусе никого нет, соответственно, вас никто и не увидит по карте, пока никто не подойдет к вам поближе, на определенное расстояние. Это основные фишки. Что ж, по пассивке все понятно. Давайте посмотрим еще одну пассивку. Ну вот мы, друзья, и подошли к нашему жесткому заветному ультимейту. Это у нас Scope the Grace. Данная способность позволяет мартретке изучить очень большой крит, который у нас в зависимости от уровня прокачки становится больше. К слову, на первом левеле 2,3, на крайнем левеле 4,5. Но это мы еще дополнительно разберем по табличке. 4,5 крит! И сколько же можно крита иметь у мартретки? Какой самый большой крит у мартретки будет? Это же, конечно, вы можете посмотреть по ссылке в описании в рубрике «А что если где мы мартретки собрали 6 рапир и посмотрели, какой был крит. Обязательно загляните на это видео и, конечно же, напишите, смотрели вы вообще это видео, зашло оно вам или нет, ребятки. Не забывайте прочекивать рубрику «А что если?», ну потому что реально стараемся и делаем контент. Мартретку там так раскочегарили, такие криты, еще и под Магнусом, ой-ой-ой-ой-ой, под Магнусом, вообще жесть, столько демеджа там было. Такой контент вы нигде не увидите и никогда не увидите. Потому что этот контент делаю только я со своими подписчиками. Другие никто ничего не делает сами. Они никогда ничего не придумывают. Придумываю я. Держите в курсе. Либо что-то беру из Dota 2 на своем опыте. Потому что Dota 2 я прошел. Да, я могу смело заявить. Окей. Прокачиваем данную способность. Хоткей у нас С. И сейчас мы изучили криты. Давайте побьем вот этого вонючего зомбака, бомжа вот этого подъездного. Посмотрим, какие у нас будут криты. Ну, full damage. Че-то ему вообще все равно. Full damage, вгрызаюсь в него, в этого зомбаря. И хочу посмотреть, какой будет крит. 225. Ух. Да, зомби с 20к хп вообще, в принципе, меня не почувствовал. Но криточек у нас есть. И это кайфово. Это у нас является также пассивочкой, ребятки. Пассивочкой, которая также отключится с Сильви Рейджа. Ну и что ж.
Выведем табличечку. Табличечку. Шанс срабатывания крита у мартретки всего 15%. Порой сидишь и молишься на этот крит, ну, пожалуйста, сработай уже. Но если сработает, то дэмэджа будет очень много. Не забывайте прочекать ссылку в описании, там показано, сколько много крита мы вытащили с мартретки. Под рапирами и, конечно же, под магнусом. Эх, ладно. Ну и на первом уровне 15% шанса, конечно же, и 2, и 3 крит. На втором такой же шанс у нас 15% и 3, 4 крит. И, конечно же, левел 3, 15% шанса и 4,5 крита. То есть шанс у нас понятен. 230, 340 и 450% дэмэджа. Вот такие, ребятки, у нас криты. Ой-ой-ой-ой-ой, жесть. Аганима на мартретке нет. Не задавайте этот глупый вопрос. Нету аганима на мартретке. В среднем данный ультимейт позволяет мартретке увеличить дэмэдж на 52% на ласт уровне. Это у нас складывается из статистики критов плюс вашего дэмэджа и, в принципе, раздамага всей каточки, ребятки. Вот такая вот у нас приколюха, как сказал бы у нас Азиас. На этом все, друзья. Теория подошла к концу. Надеюсь, вам понравится этот гайд. Обязательно поставьте лайк и напишите, кто досмотрел теорию до конца. Также напишите, кто смотрел рубрику «А что, если мартретка 6 рапир?» Напишите, это очень важно. Кто напишет, я тому дам капсы. По чесночку скажу. В ТГ-канал также подпишитесь. И заходите, конечно же, на стримы в 19 по МСК. На этом все, ребятки. Спасибо всем, кто посмотрел теорию. Сейчас будем проходить к жесткой практике. Я заготовил для вас интересные игры. Я всегда стараюсь заготовить интересные игры, сидя на гайдах по 15 часов. Да, я убиваю на это очень много времени, чтобы вам понравилось. Не ленитесь поставить лайк, подписаться на канал. Все. Поехали смотреть жесткую практику. Ну что, ребята, загружается у нас первая игра, сейчас пробежимся по контрпикам и, конечно же, расскажем, как у нас, что вообще по этому персонажу. Самая главная тема, самый главный контроль этого персонажа нашего, это, конечно же, Silver Age и МКБ. Да, именно эти артефакты, потому что они убирают у нас промах. А еще я не очень люблю... О, я мультик смотрю, Аркадий Паровозов называется. Подписчик зашел, сразу вижу. Сразу вижу, подписчик, и он так... Он так ему это, типа, так мне намекнул, что он здесь в игре. Вот, блин, фоловятся, ребята, не фоловьтесь, пожалуйста, за мной, я вас умоляю. Ну, реально, лишнее внимание мне не нужно, честно, я клянусь. Оно мне не надо. Оно мне не надо. Так, смотрите, что у нас по контрпику. Мартретка вообще сама по себе не любит контроль. Не любит контроль, это всякие Леоны там, Лины там, вот это всякое. Когда там покупают МКБ, становится очень-очень страшно. МКБ, если берут, мартретка очень-очень жестко хапает. Самый лучший для нас союзник это Омник, Репел и поехали. На ранней стадии ты просто уничтожаешь. Вот и все, весь смысл. Что ж, первую катку мы пойдем через то, как надо. Мы обычно первую игру играем такую, какая нужна нам игра. То есть то, как надо играем. Первая игра называется «Как надо», да? То есть получается у нас. И мы пойдем, конечно же, на топ. Очень сильно меня Гиролет будет напрягать, потому что Гирыч сам по себе это такой персонаж, который будет много вносить магического урона. Так что не исключаю здесь покупку Клоаки, ребятки. Ну, погнали. 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 Возьмем терпильный билд какой-нибудь и... Будем аккуратно. БКБшка тут по-любому нужна. И если честно, я очень люблю играть на мартретке через БФ, старую мету. Возможно, еще что-то такое соберем, чтобы быть просто крепким, не знаю, крепеньким, сильненьким таким персонажем. И посмотрим, как в целом игра будет складываться, будем собирать. Короче, по контрпикам вы поняли, да? Два артефакта, МКБ и Silver Age. Я об этом, в принципе, говорил. Что промах контрится МКБшка, я думаю, тут не нужно говорить. Поэтому на теории я даже это и не говорил. Потому что, ну, типа, это настолько банально, что, ну, хз. Хз, хз. Так, и, конечно же, не забывайте прочекать ссылку в описании. Там рубрика «А что если мартретка 6 рапир?» Не забывайте. Не забывайте. Очень интересная рубрика. Так, ну что, это у нас топорик. Это топорик, ребятки, у нас. Этот топорик сразу вот так вот делаем. Мартретка есть у нас, конечно, есть, брат. Такой мартретки ты еще не видел. 0.12 меня сейчас попустят. Просто нафиг. Нафиг я это надо говорить. Терпильный билд берем, мало ли что. Поэтому как-то так. Так, через что тут будем играть? Смотрите, тут нужно нам небольшое количество HP. Повышенное, да?
Арм, дай. Лол. Я же лейт. Вообще-то я лейт. А ты 4. С соулом то. Еще и небось. Без арканы. Лейт. От Криса. Так, ну что, ребятки, по такому пику готовы? Готовы, поехали. Посмотрим, через что будем собираться. Я, если честно, хочу сыграть через БФ, но это и для меня по кайфу. Но посмотрим. Посмотрим в целом, как будем первую катку собирать. Дефолт, в принципе, это подразумевает башер какой-нибудь там, потом доминатор, фазы или ПТ, без разницы. Можно фазы, можно ПТ. Фазы я беру на мобильность. Фазы или ПТ-шечку берем. Ну и так далее, и тому подобное. Далее выходим. Сатаники, скади, манты и прочая всякая тема, ребятки. Поэтому урса убили. Офигеть. Вот извращенцы. Ну ладно. Спасибо всем, ребятки, кто смотрит гайды. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. От души всем приятного просмотра. Так, двигаемся. Ой, мана, говорю. Курьер у нас есть, все есть. ЕС блокует. Блокует. Блокует ЕС. Хорошо. Ласхитить на мартретке вначале крайне неприятно, потому что она... Она такая, знаете, у нее дэмэджа не особо много. Топорик нам будет помогать ласхитить. Главное это ласхитить. Ласхитить тяжело на ней первое время. Тем более сейчас пока не привыкнешь. Хорошо. Щиточек надо взять. И хардлайн. Хардлайн у меня здесь, потому что это будут ракеты, это будут хердстопперы. Это будут ракеты, это будут хердстопперы. Хорошо. Гирыч второй левел, скорее всего, монету забирал. У нас фарм будет. Да, хороший фарм у нас будет. Я уже это чувствую. Самая грязь, которая могла прийти, она здесь. Так, я зря дротик не кинул. Я не заследил. Первая катка разминочная всегда, ребятки, поэтому она может быть... Хуже, чем обычно. Хуже, чем обычно, но ничего. Печально. Господи, как оно меня кошмарит. Это чудище. На некролайте. Что там нанизу? Рубик, Лего, вообще кайфлайн. Эх, не добил. Рубик там вообще кайф. Так, ну хардлайн, да? Пойдемте возьмем щит, наверное. Пурманс сделаем его. Хотя меня тут не тычкуют. Тут стик, щит. Щит, стик. Возьмем вот так вот. СТС сейчас экспы хапанул. Хорошо. О, сларки там доминируют в миду, да? И гирычи улетели. Где СС сейчас будет? СС, где? Где СС? То, что мидер стоит без варда, это, конечно... Печально. Всегда себе берите на мид вард. Как бы вы ни стояли. Хорошо, как бы вы плохо ни стояли. Всегда вард. Всегда ставьте себе вард на миду. Мне не нравится, что у меня лайн тяжелый и сларк на миду доминирует. Это мне очень не нравится. Какая должна быть у нас раскачка? Спросите вы. Раскачка у нас будет простенькая. 1-1. 2 и тройка. Ес, закрысил два крипа. Что мне подсказывает, крайне хардовая катка будет. Берем еще раз даггер. Эти хил накинем, что-то мне так напряжно, если честно. Лайн не из легких. Хорошо, так сделаем. Сапог на базе, если что, куру себе соло возьмем. Не успеваю уже. Не успеваю. Хорошо, чуть-чуть хапнет. Стики взял себе, да, это тоже стики взял. Пока что лайн такой себе. С ЕСом мы тут только пассивно можем стоять. Мы тут ничего не делаем абсолютно. С ЕСом. Вот так вот дагерочком подфармливаем аккуратненько. Дядь, мы его не заберем. Заберем. Откати.
Сколько? 125. У тебя, если нажмешь стик, будет мана, дядь. Если нажмешь стик, будет мана. Если нажмешь стик, у тебя будет мана. Но чуть-чуть не хватать там будет. Хорошо. Так вот, я не кайфанул сейчас с этого момента, что он добивает. Некор апает стики. А, нет, уже не апает. Дядь, ну вот я сейчас не готов атаковать. Вот меня немножко напрягают ребята на четверках, которые не понимают, когда надо атаковать, а когда не надо, да? То есть вот сейчас вот зачем он ману слил? А вот мне сейчас пришел расходник, я сейчас беру, захиливаюсь, и мы можем нападать. А ЕС уже без маны. Вот как бы, ну, проблемка. Вот и Гирыч пришел. Уже как бы варианта вообще в целом нету нападать. Пассивно, короче, стоим, дротики кидаем. Киллинг спри, Сларк там. Ну, профессионал на Сларк, да, походу. Печалька. Печалька. Злой некролайт. Закрысить хотел. Некр вообще фул фри. Его бы убить как-то. Как-то бы его забрать-то. 500 маны там. Там жесть, там маны просто не балуй. Маны не балуй. Сделаем фазы и на фазах попробуем что-то, какую-то грязь сделать. Давайте попробуем отвести. Попробуем отвести, засуицидить и под Т-шку вывести своих крипов. Вражеских крипов, которых мы должны фармить. Давай-давай-давай, забирайся туда. Все, хорош, хорош. Пусть они туда идут. Под Т-шкой будет некомфортно. Даблстак. Выведи мне их под тавр, пожалуйста. Под тавром нормально будет. А, я прогулял таки кнопку, да? Найс. Жесть, конечно, некр грязюка. Просто от хердстопера умираем. Так, ну экспы я лишил некра. Курса без единицы, да, плохо. На боковых лайнах на урсе желательно брать единицу. Так, пару крипчиков еще. Это будут фазы. Можно будет кайфовать. В принципе, у меня крипстат не настолько плох. Не настолько плох, что прям жаловаться. Но ситуация сама плохая. Мы не убиваем. Мы просто АФК стоим. ИС пытается уже поднаглеть. У меня забирать фарм. Наглеет немножко, забирает фарм. Лучше б некро так убивали, дядь. Ну, апаемся, я не знаю, 6 левела нужны. Тогда может как-то... Может как-то и получится. 6 левел. Некро. Go kick Урсу, пишут пацаны. А пусть играет. Пусть играет, парняга. Пусть играет. Так, ну-ка. Чуваки. Let's go. Немного сольем экспы. Некролайту. Некро, если запалит эту контору. А, запалил, скорее всего. Пока терпим. У него 6 левел у некро. Вот так делаю. Хорошо, там экспат сливается. Главное, чтобы некор не пошел потом это фармить. Я пока 6 левел апну. Пока 6 левел апну. Страшно подходить. Некролайт вонючий. Сейчас ко мне ракетница придет. Хочу Клаку взять на раннюю стадию. Клаку, наверное, на раннюю стадию возьму. Жесть, там под Т-шки уже заходят. У меня 6 левел есть, надо подрабатывать. Леги уже армлеты, да? Just...
Все, попробуем. А со счета герочек. Угу. Хрен там плавал. Счета герочек. Ух ты какой. Ну, меня сейчас на рипера посадят, да, и не короче-то даже. Ай-яй-яй. Зев сразу бы ультанул. Да, жестко. Жестко. Жестко, ребята. Ну ладно. Я попробовал, по крайней мере, что-то. Экспы чуть-чуть я получил. ЕСа не хватило, да, сейчас бы фиссурку. Прикиньте, как кайфово было. Ну, хард гейм будет. Возможно, даже не очень и хороший гейм будет. Некор на фулл фри. Вообще фулл-фулл фри. С ЕСом мы там ничего не сделали. Так что, надо как-то подстиливать, как-то двигаться, я не знаю. Иначе не получится. Армлет там и Урса. С некром стоять не очень кайфово. Тем более, когда он фулл фри, просто тебя пилит и все. Походу, все риперы в меня будут в этой катке, да? Г, Драко. Сыти. Я не буду фармить. Сларк там бегает. Го танкану. Вот правильно, го танкану. Вот так вот я понимаю. Только эхо слэм был лишний. Но он на стил. Тупо эхо слэм. Газанул. Купим клаку. Немного резиста добавим. Или через домик дефолтно. Пока. Пока, ребятки, фармим. Двигаемся с командой. Немного ассистим. Кто-то пришел. Рубенчик. Че ты делаешь, дядя? Хорош. Найс финиш. Вообще страх потерял, прикинь. Тупо пришел. Такой типа, я тут. Очень хочется сделать аквилу, пока есть возможность. И можно кайфовать дальше. С ребятами немножко сейчас подфармились. Я возьму. Гоу. А, вон, смотри, грязь идет уже. Смотри, грязь какая. Да хватит, ты че меня забашил? Прикинь, да? Ох-ох-ох. Так, стой, Урса. Стой. Стой. А, все, го. Варда тут нету, я снял. Давайте чуть потанчим. Снял я. Хорошо. Ранний Рошан с Урсой в паре. Делаем. А Егу я заберу. И, наверное, что-то жесткое будем выходить. Что-то жесткое прям. Что-то типа, может быть, даже Маднес. Я не знаю. Через Маднес вообще на 85-й карте не играют на Мартредке. Но... А что не берется Аегис? Три раза прокликал. О. Давай. Это наш клиент. Хорошо. Что за фиссурница? Фиссурницы же есть. Ай-яй-яй. О, мы сейчас тут... Чапалаху, брат, получим. Нормальную такую... Никто не бьет. Найс. Хороший размен. И некро туда же. Можно. Давай. Ну. Эй! Ладно. Тупо против пятерых игра. Я понял.
А, ЕС ушел сразу. Ну ладно, все, я тогда АФК фармит. Пойдем АФК фармить, ребят, тогда. Раз там так ребята играют, пятером друг друга сейвят, то надо АФК фармить. Масочку купим сейчас. И будем АФК долбить. Стандартная тема. Либо идете деретесь, либо не идете деретесь вообще. То есть там мы сейчас смогли спокойно под Фениксом разменять. Кнопки в меня нажали. Не знаю. Кнопки в меня нажаты были. Яйцо поставлено, просто бери, да, души. Там БМ, смотрите, чем там у нас собирал парень. На некре. БМ у нас собирал. Я его задушу сейчас. Эстригенится, Урса, брат, клэпай его. Да ты шо. Давайте в лесочек и Маднесса, ребят. Блин, ну там Сларк уже может с Лотаром. Какой нафиг Маднесс? Если Сларк с Лотаром, уже тяжело будет. Он будет выходить в ранний Сильвер. Поэтому Доминатор и, скорее всего, Крипа с собой носить будем просто, и все. Не, через Маднесс тут опасно играть. Я бы даже, возможно, Сию сделал, чтобы быстрее передвигаться. Возможно. Пока фармим. О, волчара, волчару возьмем, да? Чтобы дэмэджа побольше было, чтобы можно было фармить поагрессивней. Погнали. 90 дэмэджа, почему бы и нет. Хорошо, отходим. Не успел стакнуть. Так, там на руне что-то есть. Волка пошлем туда, если что, блинканемся. Правильно? Ага, блинканемся. Там уже лежит же он. Лежит же он. Тут вообще БКБ, походу, ран не надо. Пашер БКБ стандарт. Не знаю, и пытаться ломать их. Пашер БКБ стандартус. Ты уходи оттуда, да? Не потянем мы. Нет. Зачем? Они там вместе стоят, дядя. Они вместе стоят. Морта виновата! Морта не прыгнул! Не прыгнет Мортредка. Да подожди ты. Хорошо. Здесь как наглеют, да? Там БМчик. Там БМчик, дядя. Ну, после БМчика можно прыгнуть, наверное. В скобочках нет. Пена ульты нету. Ульт? Пул МП было у него. Да, печалька. Блин, как я хочу Клаку купить и в Глиммер выйти. Давайте я это сделаю. Так почему он один стоит при фарме? Да, так на Рубене возьмите, да? Придите, да, убиваем спокойно. Саппорта. Хотя бы. Зачем я тебе фарм дал? Ты не прыгаешь на 1 на 4. Есть такая логика. Геройская. Фуру слили. Мою причем. О, еще и дуэлька. Но это ГГ. Все вместе тут. Не знаю, надо какой-то вижен, наверное, ставить. 4. 4 типа тупо постоянно здесь. Внизу только что стояли. Сделали ТП, пришли на мид. О, Зевс ультанет сейчас. Красава. Ай-яй-яй. Каев. Солянова. Прыгать. Го вместе, МБ. Каев, Солянова. Прыгать.
Ребят, тактика такая, что надо просто фармить. Морта, иди нафиг! Морта! Морта, рак! Морта, рак! Этот феникс, стики надо купить. На яйцо не хватает, потому что стиков нету. Морта, рак! Тяжелый старт, легкий конец. Слышали такое? Я слышал, но будем пытаться, потому что... Вместе мы собираться не хотим, а они оппоненты, как вы видите, постоянно. На кого-то нападаешь, сразу толпы приходят, сейвят, и поэтому нет смысла. А еще мою куру слили с клакой. Вот почему именно мое вот это все, да? Лотар купил, да боже ты. Лотар купил. Надо апаться. Апаться негде, походу, да? Рипера мне дали, все мне дали. Опять некр. Дагера уже, клаки, БМ и жесть. Какой же он противный. Отблинковался уже. Это жестко. Пойдем попробуем с Ларка выкурить. Он скорее всего на этом уйдет, на лотаре. На лотаре просто парень. По кайфу. Да, он не ушел таки. Лоло, как они его поймали? Вместе сыграть бы. Просто тут такая проблема сейчас. Фармить где? Либо драться вместе в пятером. Именно в пятером нужно подраться. В пятером, если подеремся, мне кажется, многое может получиться. Например, легиона там какого-то поймать. Легиона какого-то поймать, покайфовать. Так, давайте возьмем фурболга. Нету волка же, да? Хорошо. И двигаемся на топчик. Зачем я тебе фарм дал? Ты же рак на мартретке. Не прыгаешь никуда. Вообще же есть. Так нравятся такие ершейкеры. Фарм он дал. Старался писуркой косвенно подстилить. Осуждаю таких саппортов. Тем более, которые не имеют арканы. У него 100% нет арканы. Парень играет на четверке, да? Где ты там? Профессионал даггер есть. Ничего нету больше. Фармим. Да, задуши его, дядь. Хорошо. Хорошо. Мега килл. Так, 1700 золотых есть. Погнали по топу здесь пройдемся. Фурболга я начал уводить, думал сейчас на миду файт будет. Пока фармим. Зевс у нас нулина, мидер. Тотальная причем. Если вдруг кто-то будет светить меня. Я сразу на фурболга. И уход. Хорошо. Это-то. Гоу. Ребята уже там драку выиграли, да? Рошко. Так, вот сделаем. Так, 2200 имеется у нас. 2200 у нас имеется. Башер БКБшка. И вот это сейчас опасно делать, да? Ну, попробуем в тупую. Я хз. Попробуем в тупую забрать. У меня там клака до сих пор лежит. Продадим, если что. Где Егис конский? У него сильвер. У Сларка. И все. Никого нету.
Уходим. Уходим, что делать? Сильвер Эджик. Сильвер Эджик. Забавный парень на ЕСе. Голи. Голи, я тебе фарм дал. Я тебе фарм дал. СПС. СПС саппорт. Ох. Я тебе фарм дал, голи. Голи. Вот так сделаем. Эх, не добил. Так, что покупаем? Что-то меня так напрягает этот чел на восьмом слоте. Такой помойный, если честно. Ни хрена не умеет играть, а еще что-то пишет. Если сейчас еще начнет флеймить, надо смело его. Банлисточек. Так, Башер Клак. Хорошо, БКБшечку. В принципе, в ХГ можем стоять. Только от некро. Вот некро проблема. Некро проблема. Сларк еще проблемнее. Это сейчас купит МКБ и начнется вот это месиво. Голий. О, голий. Голий это типа как паладий. Только голий. Так, ну меня видит походу Сларкич, да? Голий. Гоу-гоу-гоу, усра. Начинай, брат. Я понял, меня фиссура перекрыла. Фиссура. Перекрыл. Позже я зайду, хорошо. Хорошо. Голий. Голий. Сларка, по сути, тупо сильвер и все, больше ничего нет. По сути. А там хз. А на самом деле так, да. Много артов. У некро много артов, потому что его никто ничего не делал. На лайне с ЕСом у нас не получилось ничего. Они по миду, скорее всего, пойдут, да. Но Клака, походу, придется ее скидывать тупо. Потому что нужен телепорт. А, вот он уже там. Кирыч, лоб. Ну, можно крит, пожалуйста. Хорошо. Отстань, дядя. Блин, как бы так его обмануть-то? Можно плюс. Это грязь вонючая. Как выжить тут в этой ситуации? Крипов нету, как выжить-то? Есть, можно было на этого крипа, да, блин, конус. Но я рассчитывал сюда пройти, потому что он за мной идет. И туда прыгнуть, и все. Жесть. Так, 1300. Какая же грязная катка получается. 40 секунд меня нету. ХГ, деф. Пацаны, можем же. Да выиграем мы тут, просто нужно чуть-чуть перетерпеть. Сларк это временная сложность. Мне арты нужны. Верта вообще не пробивая, дамаги нету на него. Урса вот этого сейчас убьет. А, нет, уже не убьет. Он бэкстебнул, но клэпа он не кидает. Тот Блатар уже зашел, убежал. Фиссуры одной бы хватило бы. О, саппорт. Я саппорт. Вот, смотрите, вот это саппорт называется. Вот это саппорт. Когда ты тупо на соло покупаешься, я саппорт. Саппорт. Сларк 19 уровень. Ну, это мой мидер. Постарался, правильно? 11 левел мой мидер. Мидер 11 левел. Круто было бы Лотар тоже купить, потому что Лотар в таком ПТС не контрится. 5к ПТС. Сильные пацаны вообще нереально тушат. О, саппорт. Вон он. Вон он, вон он, вон он. Погнали. Да блин, конись, господи, с этих фиссур. Кринжую. Кринжую с этих фиссур. Это жесть какая. Так, меня на дуэльку взяли, пацаны. Ну-ка, дуэльку.
Боже, эти фиссуры — это просто нечто. Это просто... Да ну, кинь даггер, пожалуйста. Не кидает. Отстань от меня. Я знаю, что ты сильный. Он меня убьет нафиг. У него скади там и все. Перефит просто. Просто конченые фиссуры. Я не могу ничего сделать из-за конченых фиссур, которыми он все перекрывает нафиг. Боже, какой чел на Сларке. Безнаказанный. Хорошо. Пойдем на топ фарманем. Не крочи, тройка, это у кого? Гирыч? Лол. Я вторую драку просто про АФКшил. Я не могу просто подойти. Это жесть. Давайте Яшу возьмем. Яшу возьмем. Да, Сларк, конечно, жирный сейчас. У нас Зевс должен вообще Сларка прям хорошо контрить. Кнопочки все должен давать, там двойка. Окей, хорошо, тык-тык-тык, все, у Сларка хп нет. Но, походу, не про нас. Все еще, все, блин, у нас такой запас еще. Золото. Запас золота. Запас золота у нас лютый. Рубанчик. Куру с собой будем водить, если что, телепорт на базу. Вон креветка на топе. Надо ждать, стаки у него падут, полегче чуть будет. Хорошо. Наконец-то он дал фиссуру, но опять кривую. Под килочек прям по кайфу. Фларк внизу, иллюзия. 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 Че, next ВКБшку делаем? Яшка просто на МС и на движуху. Сларки Сильвер Эйджи. Блин, какой же у него затар лютый сейчас. Это жесть. Блин, прикиньте, прыгнул бы баш, крит, хотя бы что-то такое. О, господи. Просто лотар инвизовый. Некро в меня прыгнул, сразу рипера дал. Ну, подписчик сразу видно. Риперы больше никому давать не будет. 90 секунд меня нету. Печалька. Не знаю, что с рипером делать. БКБ надо срочно. Прям срочнейшество. Этот не сдохнет. ЕС ушел хотя бы. Нет, ЕС не ушел тоже. Но это минус ХГ. Минус ХГ. Это минус ХГ, ребятки. Это минус ХГ. Легион-то спушит на изи. Секунд еще. Но минус мид, в принципе, не проблема, я думаю. Тут до конца можно будет играть. У нас Урса есть. Но Зевс слабенький, откровенно говоря. И Карлайт, который постоянно в меня кнопку будет жмакать. Вот это мне не нравится. В фазы. Клэпчик. Усра. Жесть, это не Урса, это Усра просто. Не Урса, это Усра. Это Усра. Побежали, попробуем усмирить.
Найс, ваншот просто. Жесть. Хорошо. Хорошо. Так, это БКБ почти, да? Ну блин, а Сларка как убивать? Рапиру придется делать. Так-то просто Сларка не убьешь. Слишком много дэмэджа надо в него. Там нету никаких гастов против меня, потому что я в принципе не дамажу. Поэтому... пока что можно, в принципе, рассчитывать даже и на покупку рапиры. Чтобы затащить эту игру, нужна будет рапира. Скорее всего. ЕС ныть перестал, начал хоть что-то делать. Это радует. Это радует. Это радует. Так, БКБшка. Пойдет. Стики продаем. Покупаем БКБ. Там сыроег будет. Давайте возьмем. Зачем тебе? Руинер. Тупо руинер. Хотя квиллу пока так сделаем. Же скрипы просто не появляются. Печальный ЕС вообще. Мне максимально триггерит он. Отсосал. Я ничего писать не буду ему, ребят. Просто тут и так все понятно. Может гем лучше взять? Блин, нам бы сейчас драку закатить такую хорошенькую. Кура надо поближе держать. А, гем у нас есть. Отлично. Так, что, работать надо? Гем есть, можно работать. Гем есть, можно работать. Почему нет? Прыжок. Хорош, отлично. Рипера дает. Фу-фу-фу-фу, дядя. Найс рипер. Найс рипер, дядя. Гоу дальше. Если что, ТП дам. Давайте дам ТП все-таки. Слишком сильно пушится. Хорошо. Пойдет. Let me investigate. Ашвалано. Have you reached a verdict? Let me investigate. Let the hunt begin. Так, что некстом собираем? Хороший вопрос, конечно. Можно сделать Абиссал. Можно уйти в статы. А можно сделать Silver Age. Ого, вот это наш клиент, кстати. Можем. Что там у него, МКБ? Ну, конечно, уже МКБ есть. Гениальный Сларк. МКБшечка у него уже. Его уже МКБшечка у Сларк. Не, ну толпой его вынесем. А можно попробовать еще сделать Абиссал. Чтобы можно было контролить. Можно было контролить. Хорошо. Отлично.
Вот этого бы еще. Толпой, толпой, толпимся. И я не успел кинуть. Жесть. Тяжело ловить его. Безусловно, ЕС сейчас хорошо прыгнул. Прям хорошо, бодренько. Абиссал можно сделать на контроль. Сейчас неплохой врыв был, неплохой. Давайте Абиссал сделаем на контроль. На контроль. А Его минута. Ну, попробуем. Абиссал на контроль. В принципе, 2к хп. Идет мне. И куры рядом держим, чтобы если что, можно было тэпнуться. Так, вилку положили. Вилку положим. Же есть, сейчас бы вижена. Ну-ну-ну, давай. Не баш, не крит. Это плохо. Это еще хуже. Нельзя было раньше сделать это на Зевсе. До траты БКБ. Я бы прыгнул, нормально было бы. Я умер сразу тут, можно сказать. Хотя еще живой. Да, рипера дает, но я отхиляюсь. О, еще и пайпуха, бро, красава. Маны нету. Маны нету, блин, кануться. Прикиньте, один удар сделал, маны не хватает. Сларк сейчас всех там вынесет. Хорошо, гем забрали. Уйдет, по идее, ЕС. Yes. Ну, в принципе, я не знаю, пойдет или не пойдет, но такое себе. Этот старается постоянно в меня рипера дать, чел на некри. Постоянно старается в меня давать. Постоянно. Тупо на рофли, чел. Зевсу, скорее всего, ГГ. У него ни, тип, ни ТП нет. Тут вообще, чем чел думает? 3-10, ему по кайфу вообще так. Я хотя бы что-то думаю, что придумывать надо. Ну, вот это, хейтер. Чистый подписчик, который специально зашел поруинить гайды. Ничего страшного. Слишком много пишет, чел. Закрой и играй. Все. Зевс сфидил таки. Таки не удержался, Зевс все равно сфидил. Бывает. Не удалось. Так, что там? Гирыч на топе, да? Некор на топе. Гирыч на топе. Сларк внизу. Г. Можно попробовать по фасту, если так, чисто в наглую. Хорошо. Полторашечка, но на самом деле слоты говно у меня. Могу смело заявить. Мне не нравятся мои слоты. Фисурка. Что там на меду суета, да? Пойдем поможи делать. О, Сларка казнили. Хорошо. Топ падает, да? Глифанем. Хорошо. Так, 2000. Man to go сделаем. Погнали по миду. А вот ты там пытаешься Гирыча убить, что ли? Господи. Не могу, блин, кануть даже. Если честно, вообще за темпом этой игры не успеваю сейчас конкретно.
Не успеваю тупо. Тупо не успеваю. Тупо не успеваю. Ищу, дай 6 Фениксу, я 6 Морти и ГГ. Вообще, ну нормально ты так распорядился. Пойдет. Так, ну Майента есть. Собираемся тупо по макре, я не знаю. И некстовый, скорее всего, что-то в дамагу. МКБ какой-то. Так, надо забирать и уходить. Б, не надо. О, Сларк уже начал. Да не надо тут, не надо, не надо. Мы уже потеряли одного персонажа. Уйди, 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 Б, Б, уже потеряли одного. Сларк сейчас будет душить просто. Вот как-то вот под дефа вот так вот можно. Гирыч на топе. Как-то вот аккуратно вот, да, вот чтобы вот прям вот четенько. Вот так вот как-то, да, вот то есть, ну вот толпой. Вот так можно забрать, а когда нас, мы вдвоем, втроем, нету никого, нету никакой засады. Тогда как бы, ну, не камильфо, рили, прыгать так. Топ упадет. Не знаю. А, ну они там пошли уже. Топ падает. Надо бить, что делать. Хотя бы в ответку что-то, я не знаю. Хотя бы что-то в ответку. Но ТП-шек у меня нету. Трон ломает. Торм надо хотя бы сломать. Аквилу скинем. Хорошо. Какой бот нам мид ломают, дядя? Дефиться надо. Хорошо. Эх. Хорош. Отлично. Но мид в размен на... Не знаю, такое себе. Аквилу продадим сейчас. Мид хотя бы сделали. Сарошу заберет. Травелата тоже надо. Они просто ванвейть могут и все. Травелуху бы купить. Давайте травела возьмем. Так, это мы разбираем. Лейды. Тот с моим микро. Я бы Аегис взял бы. Пойдем. Гирыч на топе. По низу идем просто и все, ребята на базе пусть дефают. Вдвоем мы втроем тут мало что сделаем, конечно, но попробовать можно. Прикинь бы, сейчас зацепили бы. Печально. Очень печально. Обосрались. Не забрал ничего, крита не пропрокала. Я не хочу Абисса в него сливать.
Абисса в него сливать я не хочу, категорически против этого. Усо залагал, походу, или на Ашка стоит, балуется. Отойти. Ждем чуть. Чуть-чуть надо подождать и в некро прыгать. Сларк в лотаре. Хорошо. Он мне рипера хочет дать на чуваке. Хорошо. Отлично. Некр так ни рипер не давал еще. Б. Сларк. Пэйбэк. Надо уходить. Надо уходить. Надо уходить. Сларк пэйбэкнулся. Не вижу смысла. О, ушел по кайфу. В смысле insufficient mana? Вы че? Мне кату надо взять. Пусть ката одна будет. Так, 4000. Я, наверное, в рапиру выйду. Надо попробовать в рапиру. 50-я минута, на самом деле, у меня вообще ничего нет. Но некр на меня держит кнопку. Некр на меня держит кнопку. Сыр пока юзать не буду, наверное. Ну, напряженная игра. Тяжелый старт. Не спушится такое себе удовольствие. Сейчас мы в дефе в этом будем, надо аккуратненько. Чуть-чуть еще пофармим. Я рапиру возьму. Рискованно, да, но... Или сделать МКБ какой-нибудь. Или линку ту же самую. Линка тоже поможет, мне кажется, здесь. По-моему, неплохо зайдет. Или хекс. Или дамаг какой-то. Не знаю, скади вообще не варить делать, потому что хп будет много. А толку? Кираса. Вообще вижу рапиру. С рапирой прям шик должен быть. С рапирой. Сатаник. Некролайт проблема. Так, сделаем. Сыр может продать. Давайте сыр продадим. О, продадим сыр. Блин, у меня тогда хп не будет. Ладно, пофиг. Сыр продам. Я Б. Хорошо. И куру рядом надо будет держать. Ну, байбека нет все равно. Байбека нет. Пусть ребята поддефливают. Там кату мою поймали. Зря вы так, пацаны, с ней. Вы чё? Козевсу помогать дефиться. Надо топ толкнуть. Топ толкнем. Сыр
Сентри, обсеру вообще никто ничего не ставит. Сейчас я поставлю. Пойдет. Вот тут поставим. Интересно, заходить они будут? Я Ката здесь поставлю, чтобы Ката дамагу смягчала. По тэшкам. Оу, по чуть. Но Сларк видит ночью хорошо. Это проблема будет. Они в лесу 100% стоят. Вот здесь вот. Тупо крысят. Топ дефта. Тут кто-то есть. Если что, в центре сразу выходим, нормально будет. Легу на миду можно сыпануть. То есть просто пытается разводить, да? Тут сейчас некроп слить. И короче, сольем. Да, поем Сату, наверное, и Орды. Будет норм. Урса молодец поставил. Нам бы варды поглубже. Урса ставит. Тут кто-то есть, инвизный. Вард, псерв, хорошо. Интересно, когда они все-таки ошибутся. И кто-то выбежит. Легиона можно прям быстренько. Гоу его, его надо цеплять. Это нагло очень выглядит. Здесь. Опустили так тупо. Почему никто не суетится? Зевс, Еул, Дагер, Блинк, поехала. Сейчас там Аегу забрали. Не крушел. Такой кринж. Уйди. Меня душит. Ух, как я его подрезал. Найс. Ну, криточек. Хорош. 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 20 секунд, нормально прилечу. Я уже думал, все, рапиру сейчас заберет. Четыре секунды. Три, две. Одна. ТП даю. Крип скипаю. Хорошо. Ну и в трончик выйти надо, походу.
Должен бить по КД, а ты в Рипере. Ну да, что-то пошло не так. Ребят, ну что-то жесткая потная катка. На самом деле выиграли ее все вместе. Я считаю, всей командой. По кайфу. Хорошая игра, потная. Реально потная игра, и мы могли ее спокойно проиграть. Если бы я не выдавал муты, мы бы, наверное, и проиграли. Очень жесткая игра первая. Я не дособирал даже слоты. Но какой старт, в принципе, был тяжелый. И Сларк там еще, смотрите, какой жесткий. И в целом мы победили. Вот этому парню я выдам бан за то, что он зашел, хейтит и еще пишет, что мне кто-то что-то тут помогает. Я не уследил просто, что зашли подписчики. Но их невозможно отследить всех, потому что их уже много. Поэтому, ребятки, вот такая катка. Поехали некстовую. Ну что, ребята, загрузилась у нас вторая игра. Сейчас мы сыграем на мартретке так, как я вообще, в принципе, не играю на мартретке, а именно через Madness. И добавим сюда молнию и посмотрим, как себя чувствует мартретка в этой карте с молнией. Посмотрим. По идее, должно быть хорошо. Хорошо. Но в целом, конечно же, сейчас поиграем и поглядим, как это у нас все работает, ребятки. Как это у нас все работает. Наша задача, короче, это немножко перефармить. И пикнуть, конечно же, нашего персонажа. Надеюсь, оппоненты наберут нормальных, интересных героев, чтобы можно было прям прочувствовать мартретку и, конечно же, сделать здесь на вставочку. По-любому, на вставочку в этой катке или в следующей катке нужно нам сделать хорошую игру. И самое интересное, чтобы было у нас 5 на 5. Ладно, чтобы у меня, может, там кто-нибудь ливнул, потому что я смогу за двух персонажей, да, отыграть. Но главное, чтобы не у врагов 4 игрока было, потому что будет, ну, максимально неинтересно, ребят. И будет неинтересно. О, взяли Омника мне в пару, походу, чтобы фармить. И let's go. Короче, Madness, Сия, Молния и, возможно, либо фаза, либо ПТ. Посмотрим, по напрягу. Будем по напрягу смотреть, потому что будем отходить, так сказать, от макры будем. Отталкиваться от макры. В принципе, все герои... Простенькие здесь у оппонентов. И тут один Войд только будет отражать, упрыгивать. Но разберемся, надеюсь. Надеюсь, катка получится интересно, ребятки. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, подписываться на ТГ-канал, где мы просто сидим общаемся, либо я анонсирую какие-то новые видосики. Конечно же, туда же сливаю я расписание, потому что в сообществе Ютуба я не знаю, как оно работает. Сейчас работает ли оно вообще, потому что некоторые ребята... которые подписаны на канал, вообще ничего не видят, ничего не слышат. Пока им в ушко лично не расскажешь, что все должно быть так, вот так, вот так, они не начнут это понимать. Не знаю, так что, ребятки, в ТГ подписывайтесь, лишнее информирование для вас не будет лишним, как говорится. Но не забывайте про то, что стримы 19 по МСК, зашел, играешь, кайфуешь, все. Такая тема. Так, ну что, берем Топоридзе. Лего лес. Лего, куда? Спросим. В лес. Я пойду топ тогда. Вот так сделаем. Момник со мной, походу, пойдет. Что он сделал, что соло будет на топе? Хотя, если соло будет на топе, будет кайф. Будет кайф. Увидишь, если... Во, вот это, конечно же, хорошая шутка. Ваяхах. Аркадий Усёля, ясно, опять подписчик зафоллился. Да что ж такое-то? Ну ладно, хоть за меня, хоть хейтить меня не будет. Наоборот, взял ломника, я так понимаю, помогать. Не пишите всякую фигню, дети. То есть только что чел пишет, жахнитесь друг друга. А теперь он пишет, не пишите фигню, дети. То есть вы понимаете, да? Сложность сей расклада. Ладно. Жесть, чувак, вообще. Это такой Аркадий. Паровозов. Детей спасает. Эй! Тишип квиз, как чиксин, правильно, чиксин танга, тишип и чиксин танга, пишет, очки надо, и вот такой смысл, что ли, шойды, цемемка, то есть, цемемка,
Девочка, ЦММ-ка. Мне главное, чтобы лайн пушиться начал. ЦМ-ка там молодец. Просто АФК долбит. Крипулик. Ой, чё, промах сработал. Ну, ничего страшного. Она решила меня, короче, морозить до последнего. И, ну чё вы вдвоем идете, вот фармите, да, фигнёй занимаетесь. Боже. Что вы хотите? Просто фармите. Сейчас до герочка откатиться будем фармить тоже. Сэм, короче, решила так поморосить здесь. Какой-то бахгут. Ну, под тэшкой будем ластхитить, потому что тут я так смотрю, профессионалы на ребятах. Лето хант бегин. О, Войда, гони его отсюда. Ля, что делает, а? Прессинг на фул. На фул прессинг. Мартретка включает. Сэмка включает фул прессинг. Ух ты, Войд сейчас ластхитить даже умеет, если что. Хорошо. Войд ластхитить умеет. Эх, не добил. Но ничего страшного. Так, стики можно взять. Пурманс. Пурманс, стики. А, вот он. Не, ну Войд вообще Альмату Макса. Сильный. Опа, я вот так сделаю. Альмату Макса. Вот люблю, когда вот так вот вражеские сапы делают. Смотрите, он сливает крипа, и Войд вынужден забрать этого крипа и не отпушит лайн обратно. Это кайф. Это кайф. Это говорит о том, что ЦМ-ка максимально слабая. И вообще не понимает, что нужно делать в этой карте. Войд опасен, конечно. Войд, конечно, опасен. Куру ускорим. Войд опасен. Надо в магазе стик купить. Я боюсь, я до туда не дойду, они начнут напрягать меня. ЦМ-ки есть на колбу? Пурманс Войд взял. Так я же с тобой все равно не подерусь. Сапог купил. Сразу видно такое ускорение у него. Надо герами приходится фармить. Хардовый лайн, по сути, выразимся так. А, уже идет. А, да у нее уже 200 маны там, не только 140. Пусть заморозит меня, я хилку дам. Вот тут вот. Самое время морозить. Нет, не морозит. Тут нову в упор кастует. Там ренжа, блин. Лопай-попой называется. Хорошо. Ой, как хорошо слайм поедет. Не буду даггер кидать, уже поздно. Так, мне нужен CS. Тангусы. Хорошо. Как меня тут прям прессингуют. Давно с такими не стоял, с душнилами. Войд, ладно. Делает свою задачу. ЦМ-ка. ЦМ-ка такая. Грязная девочка. Сейчас бы стики уже были бы накоплены. К 6-му левелу. Было бы офигенно. Стики к 6-му левелу. Найс. Что ты хочешь на Войде? Как он хочет заруинить эту карту, но не получается. Не получается. Пригенимся. Хорошо. Мана кончается. Ух, там с одной тычки пробил. Да ты посмотри на этого Войда вообще, как он наглеет. Так, ну мне нужен расходник. Мне нужен расходник. С next захода, мне кажется, они меня под тэшкой могут прямо нагнуть. Потому что Войд вообще нагло стоит, ласхитит. Ну, чувствует, что ЦМ-ка может там колбу дать. У меня маны уже нету. Отойду. Погоняет меня с под тавера прям. Войда поломаю я в этой игре. Вообще без шансов у него. Вообще без шансов, дядя. Поверь мне. Ре.
Какого Войда? ЦМ-ку, дядя. Найс криты. Найс баш. Видели? Два крита подряд просто, я только прокачал. Вот и все. ЦМ-ка, девочка, ЦМ-ка. Войда говорит. Мы его не пробьем, у него пурманс, плюс он уйдет и ЦМ-ка заморозит. Хорошо. Ну, фражочек есть. Есть, можем поесть. Манту, скорее всего, придется тут собирать. Скай автоатачер, да? Так, ПТ-шечку сделаем здесь. Плотность нужна будет. Давно ПТ не делал на этого героя. Вообще давно, миллион лет назад. Момчик сразу решается у нас парень делать. На миду Леночка. Оп, хорошо. Хорошо. Можно по КД на самом деле пытаться их убивать. Кристалку эту. Крип. Отлично. Тут крипчиков нету. Так, вот 6 левел обнул. Конечно, с ПТ-шкой она очень медленная. Она сама по себе мартретка медлительная. Сам по себе медлительная. Можно по чуть попытаться уже, пока ТМ-ки нету. О, ЦМ-ка ушла, да? Вот так, по криточку чисто. А, ну он мне по башу, да? Будешь прыгать? Не хочет. Пойдет. Моя задача сейчас это просто фармить. Потом начнем наглеть. Да боже, что с твоими башами? Что-то как-то везение, что ли, на высоте сегодня у Войда. ТМ-ка сейчас сюда прилетит-то 100%. Войд без стиков против мартретки на лайн. То, что ему ЦМ-ка фарма дала, это очень много. А так он, походу, не шарит вообще за дотку. Крипов бьет просто и все. Следующий заход с ЦМ-кой меня, скорее всего, прокинут здесь. Следующий заход. ЦМ-ка пришла. Давайте стики. Стики. Куда кура полетела? Просто себе кто-то понес. Это ж мои арты, да? А, там ресипи. Все, забирайте. Но я, наверное, один единственный чел, который вообще не фармит на лайне. Это жестко. У меня арты на базе. Так, куру надо закрыть. Лина с ДДшкой идет. Гоу отсюда. Пройдемся в лес. Пройдемся в лес. Так, у меня не горит детекшн. Гоу! Гоу пофиг вообще. Б на ДД и сам этот чел на леге. Оп, хорош. Да можно драться, мне кажется. Хорош. Хорош. Давайте улбты нажать. Зачем тебе улбты? Пойдем на низу фармить, ребят. На топе что-то не хочу конкурировать. Там ЦМ постоянно приходит. Войд стоит, напрягается. Баши у него вылетают неимоверно. Так, ну что, Маднесик и погнала. Там смотри. На миду что происходит. Мы пойдем пофармим пока. Сейчас уже. Чуть-чуть и Маднесик будет. Медленно, конечно, не через мид, когда играешь, очень медленно бустишься, я заметил. В мид крипы побыстрее приходят. И плюс еще фармлю на миду я немного увереннее. Потому что привык с подписчиками, на миду стоишь, кайфуешь, фармишь. Фармишь по кайфу. Да там жесть, 1-9 ребята играют. В чем интерес?
чем интерес будет этой доты? Господи. Найс, добиваю. Я обычно блинк раскачиваю до конца. Можно было двигаться. Хорошо. Оп, хорошо. 0-3, 0-4, 1-4. Жесть, пацаны там дают. А, кикать начинают. Блин, ну это на самом деле такое, потому что если они еще и кикать начинают. То есть я делаю иногда ре, потому что челы ливают на там 5-й минуте, на 7-й минуте. А если они кикают, то что делать-то? Это же вообще кринж. Это же вообще кринж. СФ там на лайн вышел. Я СФ убиваю. Спокойно, по идее. Ну да. Да нет у него там душ, чтобы ультить. Душ нет у него, чтобы ультить. Он бездушный. СФ бездушный. Омник молодец, что не застилил. По кайфу. Респект плюс. Респект плюс. Наша задача колотить, колотим. Умник такой 7.4, да, походу, получается? Он вроде, знаете, в саппорта. Саппорта, но... Там так фазики там, да? Там фазики, побегать быстренько. Хорошо. Момчики есть, сейчас пойдем нарезать. Он опять низ ТП дает. Два боковых зафармили, с леса в лайн выбегаем, и так и двигаемся. Так и двигаемся. Что на миду суета, да, походу, если что-то подам. Хорошо. Го, ТП дадим, пацанам помогать. А, в купол зашел, да? Оп, отойдем. Хорошо, ульт возбудился. Лина с кнопками. Хорош. Давай хоть Абадона, потому что Абадона ульты нету. Хорошо. Стоп был? Был. Вопросы есть? Нет. Хорошо. Что ТП дает такое наглое? Лол. Пойдет. Ну нормально, активная. Омник помогает, вообще кайф. Сломаем тэшку, наверное, да? Не, отойду. Отойду. ТПшечку можно, спасибо. Пойду низ также. Осуждаю пацану за то, что срутся в чате. Срутся. Погнали, лесочек. Яшу взял я. Яшу беру, вернее. Молнию надо сразу сейчас. Пойдем файтиться, да? Давайте лучше тогда пофайтимся. Все, ну пацаны фидят, просто мы их сейчас задушим, я думаю. Все. Что это забрал? Там цемка, конечно, была. Лучше ЦМ-ку. Кнопки есть. Не знаю, репел не кинул. Подойдешь? Не подходит. Репел кинул бы, было бы другое совсем все. СФ на ТП попробует уйти, я так думаю. Хорошо. На низ пошел.
Динамика такая лютая здесь. С пацанами с этими в катке. Что-то пацаны душат, и мы тоже душим. Фармим. Молнию надо было делать, я яшу покупаю зачем-то. Вместо топорика. Вместо топорика. Соберем. И молнию. Некстом. Надо было сразу молнию делать. Можно собрать, в принципе. Пересобрать. Несложно это все. Фига там. Лежит он, тащит. Ломай его. Жестко. Слепые репел мне давай. У меня 0 критов было по мартретке вообще. Не успею. Так ты успевай, брат. Войд серьезный там может потащить. Ну найс, фидели. Я просто с магией умер. Репел я не успел получить. А мне это... Еще мартретку сколько? Тычек 8 ей дал, наверное. Тычек 8 мартретки дал, наверное. Под амплификацией больно-то это все. Ай-яй-яй, хорош. Чуть-чуть и сайцидочка. Найс. Найс. Сколько там? Там, блин, 3 армора, 800 хп. Я еле-еле ее сливал. Но фазы офигенно заходят, я считаю. Стики не нажал, я ничего не нажал. Но там просто уже не успел. Посмывали меня нафиг. Хорошо. Отлично. БМчик у него еще там. Найс. Промах раскачаем, сейчас будем вообще жесткими. Пока фармим. Прикиньте, молнию сейчас возьму. Такая пушечка будет. Но БКБ-ха тут нужна будет. БКБ-ха тут нужна будет еще. Давайте тупо молнию. 1200 хп, в принципе, хватает под репелом. Нормально будет. Под репелом будет гуд. Кто там? Цемемка. Прикинь, вообще опять 0 крита. Как же ей везет. Ну реально, ребят, это жестко. Я не понимаю, почему ей так везет на линии, но критов просто по ней нету. Бедолашка. Ну это, я надеюсь, это везение рано или поздно кончится. Рано или поздно. Вообще, я никогда не собираю ей моднес, и я считаю, что это, в принципе, ну, странноватый здесь артефакт такой будет, VS нее, тем более, ой, VS нее, VS лины, VS CM-ки. Странноватый артефакт, но мне надо по билду, поэтому я собрал. Так бы дефолтно через доминатор я бы тут скатал. По кайфу, ребятки, по кайфу чисто. Через доминатор. Так, дэмэдж немного повысили. Ребята там суетятся, готовятся к чему-то. Главное в купол не прыгнуть. Ребята готовятся, возможно, к выходу. Оппонентов никого нету. Они могут камбэкнуть. Там Войд молодец, соображает что-то. Хорошо, перчаточку. Рейпейл. Можно Рошана, кстати, забрать, по идее. Рошана. А, 19 минут. Если бы 17 было бы хорошо. На 17 было бы круто. Гоу, забираем тут. Оп, вот так вот. Зашел бы, я бы прыгнул. Ладно. СФ вардит. Забираем на изи. А Егу я возьму. Хорошо. А Егу я возьму. Ребята там драку. Ой-ой-ой, как хорошо пушки прыгнул.
Ну не дизейблит, посмотри, вообще не диспелит. Абадон не задиспелил. Но мы Рошана забираем, зря они пошли. Они сейчас могут Рошана отдать. Это плохо, надо торопиться. Жесть, а Егу забирай. Да уходить надо, дядь. Ладно, попробуем вот эту зарезать. Хорошо. Ой-ой-ой. Какой рипел на Абадона? Можно даже и на вставочку, но максимально непонятно, что произошло. Чё за хрень? Вы чё? Чё за хрень? Ещё и репел врагу кинул. Жесть. Так, молния есть, да? А Его есть, молния есть. Давайте, если доапаем сейчас молнию, это ж вообще какой разнос будет. У меня мана кончилась, на самом деле, мог бы раньше там затушить. Блин, молния офигенно сейчас зайдет. Прикиньте, сейчас ранние файты такие. Хорошо. Стил. Чей репел? Но репел тот, типа, знаете, можно подумать, что там он сверхразум додумался, чтобы он щит себе не кидал. Но нет, это так не работает. Тут такие омники не играют. Так, погнали. 500 остается. Че ты за мной ходишь теперь? Какие за мной ходят? Боже, дайте до фарм. Алло, что это такое? Паровозик ту-ту. Уйдите нафиг отсюда. Что они хотят от меня? Что это за паровозик? Лес фармишь. 200 золота. ИГ. Времени у нас 4 минуты еще. Что это такое? Я не стример! Отстаньте от меня! Уйдите! Что это такое? Дайте им бан этим чел. Запомните их ники. Вот этот. Нави и... И этот. Как его? Слава Хоцкеу. О! Боже, что за крипы лесные? Гоу. Погнала. Два даешь? Пойдет. Хорошо, прыгну сюда. Да куда ты меня выхукиваешь? Я хочу прыгнуть. А, он меня выхукал уже в тот момент, когда... Я понял. Найс. Уж заруинил. Ну вот, рофлят. Печалька. У Абадона есть кнопки? О, хорошо. О. Жесть. А так хорошо все начиналось. Пуш заруинил. Не знал, что он БМ нажмет. Нет, не знал. Он был у него в КД. Крит не поможет. Ладно. Так, 1600, да? Сейчас сию. Войд. От леги умирает. Все, ок будет. Не нойте. Все, хорошо. Молодцы. Молодцы. Мне нужно, чтобы на мне был репел, и я не был в куполе. Все. Пушечка. СФ Лотар делает. Да блин, надо торопиться. Что-то мы так вострем. Гасты там. Диффузилы надо, походу, да?
Мои проездные. Гоу! Еще ТБшечку возьму. Побежали. Давай, давай, турбоускорители, нагнетатели включены. Так, Лину приняли. ЦММ-ку тоже. Хорошо, по низу гоу. Ребята внизу не будут помогать. Я прыгаю, сразу убиваю. Жесть, ну молния там нормально, кстати, раздамажила в прошлой драке. Сия. Я мастер собирать сию. Оп. По 700 криты, немного, в принципе. Но молнии разбавляешь нормально. Молнии разбавляешь нормально. Пойдет. Так, это Сенжа. Хорошо. Че у Войда? Арчит. Арчит Войд, чтобы вы понимали всю сложность ситуации. Я отойду, я не пойду. Арчит Войд, отойдем. СФ Лотар. СФ Лотар. Рекуром. Опять за мной ходить будешь, что ли? Еще 600 хп. Вот сразу получше, да, с хитпоинтами стало. У меня еще два слота, это... Паши, скорее всего, что-то МКБ типа или БКБ. Скорее всего, БКБ дополнительно, потому что дефуз все равно додумается купить. Что это фармит? О, дядя, ну тут я молнию кину, пусть дамажит. Все в лотаре. Жесткая скорость атаки. Ну критани под лоу хп, лол. Жесть, не хочет под лоу хп критовать. О. Молния так под лоу хп вылетел. Найс. Жесть. Видели, столько тычек дал. Крита нету. Не работает. Но зато с даггера вылетела молния. Кайф. Пойдет, нарезаем. Войда я не стал там прыгать, пытаться убивать. Да там насыпали бы, ЦМ-ка бы ультанула, лагуна бы далась бы. Понимаете, ребят? Поэтому, ну, я поэтому не прыгаю в такие моменты. Надо позиционку держать. Шарри ПЛ будет, побежим. Сразу эту ЦМ-ку надо слить, потому что Лину мы не сольем. Лину мы не сольем. Блин, и там тифус надо. Отойти. Да. Такое. Хорошо. Выйдем с тэшки. Жесть, я вообще чисто такой. Максимально заряженный. Давайте мид сломаем. Пацаны не расстраивались. О, быстро, жесть, как нарезал. Хорошо. Бижена бы сюда. Жесть. Так, 4000, да? Да жесть, что скорость атаки лютая какая-то под Маднесом. Что это такое? Она нарезает очень бодро. Соло Омник, да. В том-то и дело, что в такой комбинации Омник соло. Я ушел отсюда. Ушел отсюда. 5000. 5000, ребята. Скади, да? Можно сделать скади, можно сделать... Вообще башер надо тут. Ну, вот, типа, мартретка без башера, это типа ж не мартретка по факту. Типа, прикиньте, тык-тык-тык-тык-тык-тык, это просто нарезальня. Лего по топу идет, да? Если сейчас убиваем их, делаем минус 5, то это, в принципе, выигрышная катка. Уже. Ждем башер.
Можно, знаете, что сделать сейчас? Муншард. Давайте муншард. Муншард добьем. 500 золота надо. 500 золота. Нет. Зачем? Рошу надо. Некоторые спрашивают, а зачем Хен так тянет? Так, извините. А что выкладывать-то? Какие игры? Должны быть игры с каким-то показанным интересным сбором, да? Они торопятся куда-то. 505. Шард делаем. Пашер. И шард здесь купим сейчас еще. То есть билд клюты получается. Плохо, что придется, возможно, Аегис. Но давайте возьмем шард. Шард возьмем. И... мы вот так вот зафиксим шард, да, сейчас? Аегис бафнем. Вернее, не бафнем. Ну, вы поняли. Бафнем шард. Пусть будет так, пацаны, потому что... да купим лучше что-нибудь. Без Аегиса. Хреново будет. С Аегисом лучше будет. Рампагу сделаем и погнал. Хорошо. Сразу надо прыгнуть, слить. Войда не слить. Не получится. Is there danger? Оп, с Дагерочкой вылетит что-нибудь. Там Омника пинают. Извини, помогу чуть позже. Хорошо. Извини, помогу чуть-чуть позже. Жесть там. Нарезательно. Жесть. Вот это, конечно, да. Что, пойдем не сломать тогда. Или еще один слотик купим. Ну, легкая получается, хотя вначале была серьезная позиция. Оппоненты перефармлили на лайне. Крит баш сразу. Жесть, как нарезает. Ну, правда, сдались оппоненты такие. Хорошо. Очень быстро бьет, но я так не собираюсь, ребятки. Я редко так собираю. Хорошо. Трипл килл на вставочку даже, мне кажется. Такое на мартретке. Прошлый гайд был красивее, лучше, интереснее. Но теория подтянутая на этом гайде. Хорошо. Даже неинтересная катка получилась. Пару драк оппоненты вытянули. Там один войд нормальный. Реально. По большому счету. Хорошо. Да, найс. Просто под колодец забежал, уничтожаю. Дай. Здравствуйте. Оп, хорошо. Ну что ж, получается у нас вот такая вот игра, ребят. Я не знаю. Ну, через Madness получается с шардом. Жестко. Очень большая скорость атаки. Но катка такая, знаете, однокалиточная получилась. Но тем не менее, такой билд я засчитываю себе сам. Потому что, ну, собрали, поиграли, постреляли. Реально, очень быстрая скорость атаки. Персонаж разваливает. Ну и что, остается у нас еще одна каточка крайняя. И сейчас мы соберемся через БФ. То есть через БФ и будем тариться. Погнали. Ну что, загрузилась у нас третья игра, ребята. И сейчас мы идем мартреткой на мид. Да, на мид мы пойдем на мид. На мид пойдем. Серьезно, я вам говорю, мартретка на миду будет. А вы как думали? Куру сразу выключим, ребята, и погнали. Мартретка на миду, да. Постараемся выфармить как можно скорее, как можно быстрее, задушить оппонента на миду. И БФчики, БФчик, ребятки, БФчик на мартредочке, БФчик, почему нет? Почему нет, попробуем, Маносу залагал. БФчик попробуем купить и задушить по красоте. Готовимся, ребятки, к высадке. Оп, отлагал парень и поехало. Маносос.
Не лагай, дядь. Погнали. Хорошо. Так, бан, драфт бан идет. Хорошо. Пики пошли. Пики пошли. Очень хочу сразу взять мартретку. Let's go. Мит, на мартретке? Ты что, кончен буй? Да нет. Все нормально будет, пацаны. Все будет нормально. Все будет нормально. О, вот тут очень много магии будет. Очень много магического урона. Мартретка не любит. Алхимика берет парень. Эскобом. Эскобом. Так, ну доминатор по-любому. Через домик будем, не через маднес, ребятки, потому что первую, вторую катку мы через маднес бахнули. Посмотрели, как все это работает, как это на самом деле, как говорится. И, в принципе, успешно выиграли. Остальные все мусир, как написали там. Написал SF, по-моему, там написал Омник, Соло, а так все остальные мусир. Ну да, это да. Тут верно. Тут верно подметил. Одобряю. Теперь, наша задача маднес. Не покупать. Берем. Доминатор. Пазики, мазики, майонезики, БФчика, БКБшечка, Абиссалус. Уф, Гералет, ну что ж такое-то, да, я мид? Нет, я мид. Гералет в миду. Ну, Гералет невозможно, блин, играть против Гералета на мартретке. У него все магический урон, мартретка не любит магию. Она вообще как антимаг, только антимаг не любит магию, а мартретка не любит магию, понимаете? Только антимаг ее хотя бы держит. А мартретка сразу булочки раздвигает. Ну, посмотрим. Посмотрим, как игра будет складываться. Сейчас потащим, подзатащим, нафидим, расфидим, перефидим, выфидим. И будем двигаться, ребят, будем двигаться. Стоять на месте нельзя, поэтому подписывайтесь на канал. Не забывайте посмотреть ссылки в описании. Рубрика «А что если мартретка 6 рапир?» Какой крит был? Какой самый большой крит в доте у мартретки бывает? Поэтому не забывайте заходить, прочекивать. И спасибо всем за подписочку, за лайк. Все, кто здесь, на этой примере. Поэтому все. Поехали. Let me investigate. Так. ВЦ делаем вот так вот, да? Гвардецкого вот так. Хорошо. Гвардецкого. Я себе курочку соло куплю. Кура соло. Сейчас парень возьмет на Леоне, наверное, куру, да? Да что ж такое-то, ребята, все лагают. МХ включают свою? МХ включают и лагают, пацаны. Хорошо. Пусть ребята себе соло куру купят. Да, 50 дал. Ну, конечно, брат. Я же покупал про аккаунт, чтобы ты играл со всеми, как и с 50 лата. Жесть, прикиньте, я покупаю про аккаунт, чтобы вот такому парню, вот Заки, вот этот, поставить ему латенс 50, и чтобы он играл дальше так. И чтобы все остальные 9 игроков играли так, как он сказал, по 50 лату. Это так кринжово, не знаю. Ну да ладно, дай бог ему здоровья, надеюсь, он отлагает, все у него будет хорошо. Не, реально, без всяких выпендрижей и всякой плохой темы, ребят, честно. Никому ничего плохого не желаю. Идет Седага. Как? Он с сапогом, дядь, он с сапогом, он замедлит сейчас. Сапогом. Дэнфай делилю. А, вот оно что там. Там рак-отшельник внутри. Опа, там драка же есть. Пойдем. Там драка. Пойдет. Мне главное мидера отзонить, чтобы он пошел сейчас там, регенился, просто расходник потерял. Поэтому я вкачал второй и быстренько прыгнул, подамажил его. Все нормально. Все нормально. Некор решил со мной стоять. Ты мид хочешь? Я 4 раза. Да. 4 раза проспамил, дядь. Нифига тут спектра на миду будет, да? 4 раза проспамил, дядь, что я мид иду. Четыре раза проспамил.
Опа. Спектрулька. Сеструлька. Оп, и не закатил. Жесть какая, блин. Ладничка, это все норма. Жесть, ты что себе позволяешь? Я чувствую, как будто Bounty Hunter под ногами. И она так наглеет. Типа, а чё, с чего бы еще наглеть? Да? Ребят, ну реально. Божечки, ты попадешь по крипу. Дай мне, я захилюсь. Мне нужен щит. Нужен щит в центре. И вот такая вот вещь. Все, погнали. Это жесть какая-то. Можно будет ее убивать сейчас спокойно. Третий, четвертый левел. Посмотри, как она ласхитит. Она пытается меня переласхитить тупо в Налину. У нее получается. Как дисперсия, да, работает? Серьезно? Боже, что это за кринж? Почему я ей проигрываю мид? Это что такое вообще? У нее там маны вообще нету. Я найс мид проигрываю ей. Мне стыдно что-то сейчас на самом деле. Гондор СС, брат, спасибо. А вот он и Гондор. Я так в центре себе и не поставил. Боже, что это? Почему? Что? Как? Чё? Слил мид на 1к ПТС? Ну это не 1к, это 4к. Сейчас я вернусь, вынесу ее. Странная тема, ладно, сентри надо. Но тут, походу, фаст-фазов не будет. Я не думал, что... А, и сентри у меня был, оказывается. Я его не поставил тупо. Боже, что за рассеянность? Что за рассеянность? Еще тычка нужна будет. Хорошо. Что-то он такой на спектре наглый же есть. У меня, оказывается, сентри был, я его тупо не поставил. Но я не подходил, потому что. Вот поэтому я ему не поставил его. Ребятки. Слил мид. Но уже не слил, вернул. 1-1. 1-1. 1-1. Жесть, что-то на расходники много трачу. Так, у нас 19 крипов, да? 19. Сейчас будем агрессивно стоять. Все, ласт хитим. Динаем. Ждем бэхашника в гости. Хорошо. Бэхашника в гости ждем. Фазы должны были уже быть. Так, тут БХ. Смотрите, я свечусь. Уже не свечусь. БХ забрал руну и ушел. Отпушим лайн. Чуть-чуть. БХшник, конечно, Криса подработал меня. А ты что, ласхитить умеешь? Не рассказывай истории плохие перед сном. Что, левел будет? Будем. Вот так делать. Ари, дерется такая, да, типа? Ну, давай, типа. Прикинь, что делает, а? Прикинь, что делает. Я вот тут если лайн буду в этом диапазоне держать, то ничего ты здесь не нафармишь, дядя. А я буду держать. Я, смотри, там не совсем отсталый тип. На спектре. Не совсем отсталый. Что-то понимает, что надо драться там, да? Когда никого нет рядом. Он может за счет пассивки меня выиграть. И первый, и второй, и третий. Дядь, не тянешь, да? Ну, бывает. Бывает. Крит. Крит, а ты как думал? Мастеретка, да, она такая, она критовать умеет. Мастеретка, да, она критует. Хорошо, фазы есть. Седьмой левел сюда. Он сбивает сразу. Ну давай. О, Трапон вышел.
А я на развороте, дядь, поработаю. Зови. БХ. Ой-ой-ой, сейчас фидишь, брат. Видишь, так, у нас Атропа сливнул, да? Снис. А, виномансер такой, знаете, грязный вот этот виномансер пушерский. Это пушерский вином. Это плохо. 1010, да? Некор сам справится, я надеюсь. Этот, смотрите, забирает себе арты, да? Вот крыса. И продает. Вообще, каким нужно быть этим велосипедом, чтобы так делать? О, сюда идет, найс. Так, ну это вот так и вот так. Вообще. Где зомбак? Зомбак. Кстати, зомбак, походу, на ТП ушел. Есть инфа. А где это? Виномунгер. Жесть. Ладно, амид, возвращаемся. Маны нет, но вы держитесь. Прикинь, еще варды, походу, стоят. Но мне надо на базу идти. С такими КП и маной. Жесть. Ладно, будем тащить, да? Согласитесь. Потная катка подъезжает. Ух, там парень раздал. Так, это нужно мне вот такую вещь. Такую вещь. Хоста, найс. А, на базу сбегаем, наверное. Некор молодец, работает доту. Криса, да, на БХ? Хорошо. На базу сбегаем быстренько. Погнали. Все, выходим в доминатор. ПФчик. Вот эту сейчас на миду будем по КД убивать. Ее надо по КД убивать. Так, пожалуйста, не лагаем. Не лагаем. Я прошу не лагать мой интернет, чтобы было приятненько играть в доту и писать для вас прекрасный гайд, ребята. Ну вы что? Ну как так-то? Как так-то? Криточек. Пазики. Хорошо. Так можно делать по КД. По КД. Я уже сильный. И какой крит. Так, кто-то идет. БХшник. А, зомбези. Хорошо. Гирыч там. Фармите. Да, ок. Вот это что такое? Ну ладно, у нас ливнул, да? А этот, походу, сам ливнул. А, реконнектит. Все. Реконнектит, это радует. Гоу, на топ пробежимся, да, ребят? Смотрите, как загуливает под алхика. Алхик. А подсейвит, подсейвит, подсейвит. И... О, и спека туда же еще. Найс. Это круто. Гирыча маны нет. Дерево опять выросло. Не расти. Оп, хорошо. Вот сюда. Потом вот это. Потом вот это. Оп. Там рунка еще какая-то будет. Туши его. Оп, это герочка. Не-не-не, дядь. Жесть. Пойдет. Пойдет. Все, это доминатор. Найс. В спектре ульты нету. Она только прилетала. Давайте на низ сейчас полетим. На низ полетим. Вот это продаем, берем доминатор. Пойдет. Десятая минута, неплохо все. Неплохо. 6-0-7 спектра. Не пошло на миду как-то.
Медовая спектра. У этого ТПшка есть, да? Давайте, знаете, что сделаем? Да? И пробовать. Все, я понял. Маны нет, но вы держитесь. Хорошо. Отлично. Прям два крита подряд. Да, Мартретка критует. Так, ну что, БФчик делаем next. БФчик. Пойдет. Жалко, что от хил с крита он не работает. Не работает. Он как бы вроде есть, но его как бы нет. Опа, там. Видели заход какой? Клеенчик, стан успеешь дать? Ой, ну вот это начинается же есть. Блин, конись, пожалуйста. Спасибо. Ну, нам придется бежать. Придется бежать. Правда, хрен я куда убегу. Вот этот выйдет, если... Я, по идее, выживу, если химик подойдет. Я на него, блин, конусь и ТП сразу сделаю. Давай, 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 давай. Сейчас эти зомбаки будут замедлять. Фазы у меня заканчиваются. Что-то, блин, такое вот это ожидание. Да, самый момент, надо бежать. Перекликивать. Я на него блинкуюсь. О. И выживаю. А, стила. О, вот, ну, виномансер, я не знал, что здесь. Ай, пипец. Тогда надо было здесь ТП давать. Ну кто знал, да, кто знал? Вот кто знал, что там еще и виномансер активный. Варды, ставьте. Прикиньте, как оно, а? Крысы. Ладно, камбэкнем. Сейчас, походу, сам буду вардить, ребят. На низ полечу, там виномансер с даггером. Да и че толку его даггер один и все? Он ботяра. Даггерочек у него один. Он даггер мой поймает. Все. Да-да, я. Все будет, играйте. Так, я глиф всадил, да, найс. Что там, дискорд? Это хреново, ну ладно, ТПшка, если что. Так, он меня не видит по карте, этот типок. Хорошо. Закрываем. Да ты ж. Змей нафидил. Куру не дашь? Нет. Соло купи. Виномансер без ульты, без нифига. Чисто такой пушерский вариант. Пушерский вариант. Этот специально пытается меня. Да чтоб тебя, блин. Специально пытается меня напрягать. Я думаю, вы уже устали от этого лагера, да, пацаны? 50. Я не буду 50 ставить. Вы что, издеваетесь? Я про аккаунт для чего покупаю? 45. 50, 45. Я кикать его не буду. Пусть играет. Но... такой все. Не люблю, когда вот такая фига. Вот ВС... Не люблю, когда ливают, а за себя, да пофиг вообще. 8-2. Пока идет нормально. Минута молчания. Заки. Закиз. Прикиньте, вот у него, у человека настолько плохой интернет, что вот так вот он постоянно лагает. У меня бывает очень редко. Очень редко бывает такое, что интернет прям просаживается сильно. На стриме вы иногда видите эту тему. Ну вот прикиньте, а у ребят даже там, не знаю, раз 10 на день вот такая фигня. Это же жестко.
Это реально очень жестко. Мне жаль тех ребят, у которых такая фигня. В итоге, что получается? Играем мы 14 минут, но игра идет уже, наверное, минут 20. Поиск Ксен. Играем мы уже 21 минуту, да. То есть 14 минута, но играем 21. Вот лаги, не лаги, вот это все, драфты, пики. Это все так и делается. О, Тайс полагал. Спасибо. Хорошо. Блин, эти змеи очень сильно дамажат, на самом деле, отниманием здоровья. Так, у меня БФ, ребятки. БФ у меня должен быть. Пока фармим. Гоу на Т2. Хорошо. Пойдет поближе хотя бы к нему. Ой, хорошо. А это плохо. Надо уходить. Так, алчик у ГГ. Дядь, я к тебе поближе, потому что там ракетница летит на меня. Оп, хорошо. Да ты что? Спека на топе. А, осуждаю такие. Осуждаю. Осуждаю, но это было колко. Но это было колко. Но осуждаю. Жесть. Ох уж это комьюнити дота. Я шокирован просто. Так, Виномансер наконец-таки додумался вкачать ультимейт. Это радует. Что хотя бы какая-то извилина у него пошевелилась. Что пора бы уже ульт вкачать. Так, подожди, рано, рано, день. Ой, критуля какая. Моя сладенькая. Подожди. Подожди. Да, дай, блин, конусь дай. 4 на топе, 5. Вы что тут делаете? Что вы тут собрались? Жесть. Прихожу, убивайте, вылазит этот синвиза, этот томба, этот блин. Что такое? Вообще жесть, невозможно. И я еще, блин, конуться не могу сюда. Баха догоновый. Ой, как же это? Жесть. Баха догоновый. Это бесячая хрень будет против меня, потому что мне хп ни хрена нет, еще дискорды. Так, ну ладно, фармим. У меня чуть-чуть остается. Короче, давайте просто пофармим, будем играть на ТПшках. Если ребята будут нападать или будут дефиться, я буду прилетать и помогать. Я сейчас попробовал соло-фраг сделать, и меня вчетвером приняли. Это подбешивает. Жесть, посмотрите на Виномансера. Зачем ты так играешь? Зачем? Смотрите, Зе, Сова, Зе, Зе, Аки, Зе. Вы не вместе, что ли? Ну, это ТБшка, но вместе как они могли попасть? Алхимик идет на низ, дядь. Нет, пойдет. Не пойдет. Не пойдет, дядь. Ай, боже, все собрал. Братан, ну... Мне надо, брат. Мне нужнее, поверь. Мне нужнее. И БКБ будем делать. БКБ будем делать. Ну, спектра камбэкнет, если так будет. С командой, да, там треки. Там треки, все такое. Не сломаю, интересно. У нас вообще жесть товара сыпется. Алхимика вообще надо было оставить, но я низ сломать хочу. Отлично. Это вот так вот. То есть ребята что так ломают жестко. И ломайте, да. Там опять там по-любому Виномансер со спины стоит, да? Вот я сейчас да и седам ТП. Там по-любому вином стоит в кустах. Я даже выходить туда не хочу. Да, он вон стоит в кустах. Он меня ждет, скорее всего. Я отблинковываюсь, потому что, типа, этот таракан по-любому сейчас... Ладно, вот так. Так и отходить. Дядь, подойдешь, я блинканусь. Спасибо.
Хорош, это можно убивать. ОЕ. Некр. Давай, давай. Да что ж такое за медло лютое? Жесть. Там безди, это алхимик, пусть пофармит. Брат, я помогу чуть-чуть. Ну побей ты их, не убегай. Алхимик пусть побил бы. Покайфовал под томбой, пофармил бы. Там все так быстро передвигаются, они просто тупо не хватают этого МС-а, чтобы передвигаться. Там, короче, трек двадцаточку дает. Кто на низу? Кирыч. Кирыч. Хорошо. Вкусно. Вкусно. Давайте, знаете, что сделаем? Стратегию называется комбо-вомбо. Берем себе, покупаем пачку вардов, идем вардить. О, смотри, иллюзия. Ах ты. Но Леон повардит. А я сейчас сентри еще поставлю. Сентри. Леон тут. Ой, Леон тут. БХ. Дядь, ну зря ты оттуда убегаешь. Ладно. Такое. Надо было волка какого-то взять, наверное. Сейчас походить с волком. Но я сейчас заберу Рошана, по идее, быстро. Надеюсь. Вместо стиков возьму Аегу. Оставлю мифриловый себе. Ну, ребята, кстати, оппоненты бодрые. Реально бодрые, нас четверо. Это нам не помешает выиграть. Не помешает. Рошает на базу, отлично. Все, побежали вот так нагло. Под сентрем сейчас БХ, может быть, побежит. Как раз мой сентрик пригодится. Ого, они пойдут. Давайте вот так спалимся. Оп, типа вот так вот. Я не знал, что он тут, я не знаю, что ты тут. И выводим его максимально по центре и принимаем. Хорошо. Принимаем этот дэмэдж. Гирыча сейчас сразу минус. Стой, жесть, какой замедло. Хорошо. Этого сейчас тоже примем, не переживайте, ребят. Все будет хорошо. Этого сюда же. Даже почти на вставочку. МС-а вообще нету. Он стоп падает, да? Ну пойдет. Пойдет. Пусть сломаются, там все норм. Хорошо, БКБшка имеется. Найс, оппоненты душат. Но мы крепчаем тоже. МС-а совсем нету. Я на их фоне вообще такая медлительная каракатица. Это жесть. Вардик поставим сейчас. Это мартретка через БФ. Я такую мартретку люблю. В первой катке, если у меня не удалось, потому что там была оверпотная, то в этой катке, как вы видите, мартретка через БФ рабочая. Прям хорошо заходит. Прям хорошечко. Вот здесь вот так сделаем. Хорошо. Можно крит, пожалуйста. Хорошо. Ой-ой-ой. Как хорошо они мне пофидели. А будет еще кто-нибудь? Кайф такой разваливать соло. Вообще вы даже не представляете. БФчики, БКБшечки. Просто соло разваливание.
по красоте. А давайте алхимику оставим, пусть. А то я совсем жадно все. Красота, да, ребят? Просто один в три. Вот поэтому на мид хожу я. С мида вон как я вышел. Как всех овнишь. Залог успеха, между прочим. Именно залог успеха. Жалко, рампаги никакой не будет. Наверное, я не знаю пока. Можно будет рапиру сделать еще. Ух, найс, кентавр за него, да? Отстанешь его. Хорошо. Прикинь, да? Я зарегенюсь с критов-то. Кентавр за него был. Прикиньте. Сейчас низ подпушим. О, кто-то есть тут. У меня БКБХ есть, что на стреме. Боже, что меня так жестко замедляет? Почему она не блинкуется? То есть, спектрал, как будто он здесь настолько сильно настакался, что я вообще, ну... Вообще жесть. Алхимик пришел, но я отсюда тоже шел. Ладно, одного забрал, так забрал. Так, стики продаем. Стики продаем. 5600 у нас. Возьмем какую-то плотность. Вообще желательно манку сделать. Почему? Потому что нужен МС. Нужен МС. Хотя бы какой-то. Манта образно. Что-нибудь еще, типа скади какой-нибудь. Давайте сначала... Блин, давайте скади сделаем. Через скади сыграем. Потому что тут располагает статами. А потом все остальное доберем. Прям БФчик. Бодренько. Люблю. БФчик люблю. А с Магнусом так вообще вкусно-то как, ребята. Это вместо аквилы возьмем. Сейчас аквилу дропаем. И погнали. Ух, там за алхимиком бегают. Хорошо. Беги! Что бы вы сказали алхимику в тот день? Беги, алхимик, беги! Да? Погнали тушить их. Жалко, дастов нет. Сейчас задушим всех. БКБшку просто так не жмакать просто, и все. Кентавра можно будет станчик взять. Томба там стоит, жесть там. Весь отряд стоит. Томба стоит. Давай. И вот так на телепорте. По красоте. Хорошо, это то, что я хотел. То, что я хотел. И какой... Это что такое ты мне купил здесь? Так, на некро нападение, побежали. 522. Бегу. Бей-бей-бей его, я сейчас помогу. Ей, жесть. Запихнул он палец ему. Томбу разбиваем, дядь. Хорошо. Сейчас сентри обсервы. Доминатор. Надо что-то с доминатора, ребятки, взять. В лес никак не дойду. И ты, вы видели? Обратите внимание, в лесу, если что-то здесь хожу, тут ничего путнего на ум не приходит. Так, берем. Обсервы сейчас расставим. КБшка КДшится пока, можно побегать. Фурболга можно взять на время. МС повысить. МС, вернее, АС. МС, говорит, повысить. В доту он играет. Кинезис. Хорошо. Давайте мид толкнем и на низ пойдем, наверное, да? Виномансер такой, прыгает, сразу БМчик нажимает, чтобы я специально там, знаете, БКБшечку прожал. Вообще крыса. Кстати, криты очень хорошие, когда БФ собирать. По полторашке становятся. Типа это годно, рели. А если волка найду, вот он, волк, к слову. Надо фурболга выжать и волка взять. То будет вообще офигенно. Давайте фурболга выжмем. Хорошо. Еще БМчик. Отведем.
Вдруг блинковаться надо будет. Я тут, скорее всего, умру, БХ еще. А, нет. Под криты. Хорошо, и бить крипов. Бить крипов, бить крипов. Хорошо. Хорошо. Бить крипов, главное, если у вас лоу хп, главное бить крипов. Там спектра в лоу хп бегает, зайти. Дай мне побить немножко. Брат, у меня так немного хп на Леоне, дорогой. Спасибо за пилю. Я поставил, чтобы в случае чего уже закинуть. Хорошо. Так, ну можно рапиру в наглую даже. Хотя еще рано, давайте еще один слот сделаем. Можно сату сделать, типа сатаник нажимаешь, хиляешься. Давайте так и сделаем. Хорошо. Сатаник нажимаешь, дохиляешься. Так, зомбика убить. Найс крит. Хорошо. Блин, криты сочные. Обратите внимание, какие сочные криты с БФом. У вас немного дэмэджа, казалось бы, 160, но криты сильные, по полторашечке. А вот это обычно через манту собираешь, да, там, мартретку. Критов, но нету, там по косарю криты, а с БФчиком криты прям сочно. Хорошо, 2500 еще есть. Сатаник имеется. Можно взять шарт на нарезальню, вообще кайф будет. Волка хотелось. Волков нету. Волков, волков. Так, сатаник имеется. 30-я минута, 5 слотов сильных. Это круто. Пойдет. Давайте рапиру next. Рапиру. Минус 5 хотелось бы. Рампашечку на вставочку, да. То что это трипл килл на вставочку только у меня был. Но катки не изичные, не легкие, можно сказать. То есть, ну такое, знаете, напряженка игры. На рипера его. Туда его правильно. Фурболга взял, казнил. За что? За что ты его так? Фуру в магаз был. Можно, кстати, взять... Сейчас сделаем кентавра, возьмем. Кентавра возьмем. Тут подфармим. И, кстати, очень чиловый получается герой, потому что вам не нужно напрягаться и автоатачить. Вернее, что-то ластхитить. Герой максимально чиловый получается. Жесть, я разобрал сатаник и залагал в этот момент. Хорошо, что я его не прогулял. Найс. Чиловый герой получается тем, что вы просто не напрягаясь добиваете все, что хотите. То есть вы подходите к пачке крипов, да, вот, блин, волк. Только сейчас попался. Пусть кентавр будет уже. Может, что-нибудь да застанет конкретное. Сюда иди. Хорошо, Рошан встал. Сейчас Рошана заберем. По кайфу. Есть. Блин, я бы орнул, если... Знаете, я залагал, там у меня лютый лаг такой был. Интернетный. И типа, БХ бы подошел бы, забрал бы мой сатаник там. По кайфу. Почему нет? Так, ребята в миду решили пофидить. Но ждите у меня чуть-чуть, да. Мои кнопочки. Хорошо. Что там, драка прям серьезно. Жесть, там алхимик впрягается вообще вовсю. Я бы мог уже давно закончить, но я же для вас делаю контент, ребят, поэтому я иду и не заканчиваю. Я не иду и не заканчиваю, так будет правильно говорить. Потому что я, как видите, собираю рапиру и хочу с рапирой немного покритовать для ребят, для вас.
с БФчиком. Не забывайте по ссылке в описании прочекать видосик рубрики «А что если Мартретка 6 рапир?». Не забывайте, ну реально. Очень годный видос получился. И посмотрите, какой был крит. Кто не смотрел, соболезную. Потому что реально офигенно получилось. И Мартретка у нас получилась просто звериная. Так, ну я готов, в принципе. Рошану забираем. Куру рядом с собой держим, чтобы, если что, забрать. Так, получается 34 минута, фулл затар, да? А, пожалуйста, уберите этот таймер. Хорошо, вот. Чтобы вот так было по красоте. ТП сюда и АЕК бери, да? О, найс. Забирай. Go mid. Желательно низ бы вообще было идти. Надо было бы идти. Так, и кентавра вот сюда куда-нибудь заведем. Как на нем фармить? Норм. ПХ тут в инвизе. А, я так и знал, что ты тут будешь. Критану, прикинь, ты сейчас такой крит. Полторашечка по крипу и БХ вываливается. Я поздно сообразил, что он мою куру чейсит стоит. То есть колдаун очень сильно заряжает меня на минус МС. Так, ну что, будем наглеть го рампагу, ребят. Очень хочется рампагу. Хочу рампаг. Пацаны, хэштег хочу рампагу. Там тоже БМ. Все по БМу сделали. Да? Все по БМу сделали. Ну тут походу пока я не прыгнул, хрен мы тут запрыгнем куда-либо. Сатирчик. Давайте возьмем маленького рептилоида. Пусть будет. Пойдет. Ух ты. Нету дастов, брат. Есть, хорош. Отлично. Хорошо. Ух ты. Ух ты, ух ты. Хорошо. Погнало дело. Сатан, регенимся. Даешь рампагу. Даешь рампагу. Есть. Хорошо. Но это уже точно на вставочку, ребята. Ну никак иначе. Уже намного лучше. Там БМ у этого. У Виномунгера. Вот это уже я понимаю. На вставочку. Хорошо. Рампага на вставочке имеется. Если честно, я когда в гайдах делаю рампаги, у меня сердце ёкает. Потому что я понимаю, мне нужно сделать это. И чтобы для вас, для контента по красоте было, я очень, ну, переживаю на эту тему. За качество переживаю, реально. Жесть. Это неправильно. Так переживать. Так же умереть можно. Прикиньте. Можно было и низ сломать спокойно. Жесть, я там мог еще и Веном попробовать убить. Но у него, во-первых, ГОСТ, во-вторых, у него БМ. Так что не надо писать, что и ты убил бы еще и Веномансер. Нет, одной рампаги достаточно. Все, на вставочку. На вставочку, ребят. 500 урона есть? Есть. Хотите агоним? Алхимик такой. Го по низу. Какой агоним, брат? Хорошо. Спасибо, ребят, всем, кто подписывается, кто поддерживает, кто смотрит у меня вот эти все гайды, которые я делаю. Ребятки, вам респект, конечно. И уважение. Так, вот это берешь, вот так вот даешь. Опа. Оп, оп. Все, есть. 6 слотов имеется. 6, 7. Го по низу. О, БХшник. БХшник тут. Там бы детекшн какой-то. А БХшник такой, он рядом со мной идет сейчас. Го по низу. Кому трек дал? Мне дал трек. Ай, молодец. Погнали, дядь. Сюда, куру.
Хорошо, не сломаем наглую. Этого сюда расставим. Этого сюда. Хорошо. Жесть, если бы я кританул сейчас, ух, как больничко. Давайте отступим, потому что там ракетница летит. А, ну нет, походу надо нападать, а не отступать. О, ой, хорош. Ой, хорош, 2х. Там БМ будет, брат, опять. Жесть. Сатаник все-таки бодренько зашел, да, ребят? Какой кайф, просто нажимаете сатаник и убиваете под БМом. Хорош. Кайф. Отлично, ребята. Ну что ж, вот такой вот у нас получается, ребятки, гайд. Да, не все катки были потные. Да, не все овер жесткие. Но в целом, ребятки, гайд получился хороший. Давайте, реклама. Пацаны, реклама. Подписывайтесь на канал Ксеназис в Ютубе. Вот так вот. Хорошо. Вот и все, ребятки. Катка удалась. Я считаю, что все удалось по билду. Все по красоте. Все то, что хотел, я получилось. Все, что я хотел, получилось. Я считаю, довольно-таки даже неплохо получилось. Ну что, прыгнем под колодец, давайте, как обычно. На лоу хп. БМ и жмут вообще не пробить. Ой-ой-ой. Вот дает. Видел, как Леон домагнул. Ребят, ну вот такой получился у нас гайд на Мартретку. Обязательно поставьте лайк за мое старание, за то, что я сделал этот хороший гайд для вас, с хорошей историей, с хорошей теорией, с хорошей практикой. И, конечно же, собирайтесь на Мартретке так, как вам хочется. Какой билд вы из этих игр вытащите для себя, я лично не знаю. Для меня ближе что первый, что третий билд. Просто по кайфу через центральную, но лично на своем опыте просто берешь, выносишь и кайфуешь, получаешь удовольствие с этой игры. Но, как хотите, так и делайте, ребятки. Обязательно поставьте лайк, ну и все. С вами был Ксеназис и до скорого.